Здорово, ребят. Ну что, продолжаем мы проходить, значит, RDR 2. Сегодня в планах попроходить некоторые сюжетные миссии, чтобы у нас открылись скупщик и открылся конюшня. Открылись. Поехали. Ну, посмотрим, еще, наверное, сгоняем за мегапушками, которые есть в игре. Нас конкретно интересуют два револьвера. Один там в зимнем биоме, другой рядом где-то неподалеку. Ладно, давай сначала сюжетную первую миссию сделаем. Дядюшка, разбудить. Смотри, не перетрудись, дядюшка. Я тут размышлял, а это приносит доход? Со временем. Значит, пока все остальные воруют, убивают, лгут, борются за выживание, ты днями напролет размышляешь. Живем в странном мире, Артур Морган. Хочешь, съездим в город? Присмотрим там что-нибудь? Давай, у меня как раз там дела. Прекрасно. Иди подготовь лошадей. Снова катаемся на тележке. Рад, что ты ведешь старика в город. Может, и нас с собой поведешь. А какие у вас планы? Никаких. Мы подыщем вам какую-нибудь работу, как всегда. Мы тут умираем со скуки. Мы тут уже 2 недели. Карен уже готова убить Гримшо. Ну а мисс Гримшо вас не хватится? Мисс Гримшо вас не хватится? Что с тобой стало, Артур? 3 здоровые молодые женщины просят взять тебя их с собой, а ты беспокоишься за работу. Поехали. Ладно, залезайте. Повезем, короче, блядскую повозку. Я так понимаю, это у нас шмаровоз. Само воплощение цивилизации. Вам, дамы, там понравится. Ну ладно, поехали. Сейчас главное аккуратненько вести эту блядскую телегу, чтобы все это дело не навернуть. Ладно, поехали. Нам нужно добраться до Валентайна. Вот с этими вот дамами легкого поведения. Я так понимаю, мы едем их в бордель отвозить. Аккуратненько. Дамы, спойте для нас. Катюшу. В Бервилле есть девица одна. Ее трахать нельзя, она очень больна. И я к ней больше не пойду. Не то, чуму себе словлю. В Валентайне есть девица одна. Дорогое вино для нее как вода. Шикарных шляп ей все не хватает. Это она все юбки забирает. В Бервилле есть, зная девица одну. Неспокойно как жуть, не могу ей впихнуть. Легается, визжит, пердит и орет. И вместе с 7 долларов, меньше 7 долларов не берет. Да. Охеренные песенки у них. Про пизду волосатый что-то поет. Эх, мужик лошадку упустил. Кто-нибудь вас поймает его лошадь? Ну давай попробуем. Поговорите с кучером. Ну давай. Вами говорит, все в порядке? Вы не могли бы мне помочь? Сходить за моей лошадью. Ну, да, давай попробуем. Ладно, я помогу. Успокойте сбежавшую лошадь. А где она? Шлюх я вижу. А, вон. Так. Лошадь. Успокаиваем. Нужно этому обязательно научиться, потому что потом нужно будет нам диких лошадей ловить, чтобы сэкономить бабло. Видишь, дядюшка, настоящий джентльмен. Мы ее, на нее залезать не будем, мало ли она начнет брыкаться. Мы ее просто отведем. Все, она угомонилась. Ну да, походу. Давай-ка мы встанем. Я видел, как тут лошадь одна с копыта у мужика просто убила с одного удара. Все, тащи. Норм. Пристроили.
Знаю тут один, скажем так, могильничек, где у нас лошади такие обитают. Самые крутые. Называется самая крутая лошадь в игре, это арабский скакун. Есть одно тут местечко, где они водятся. Но пока, опять же, пока у меня конюшни закрыты, я не могу его поймать. Повыв. Привет. Здорово, Довлад. За коняшкой мы попозже, когда откроется сюжетная, ну, сюжетно определенную миссию пройдем, мы пойдем за самой лучшей лошадью. Ваши действия влияют на вас. Вы настоящий джентльмен. Я на самом деле нет, я просто пытался произвести впечатление на женщин. Но все равно спасибо. Ну ладно, мужику мы помогли, как бы. Я думал, то, что надо прям конкретно пристегнуть лошадь, но, видимо, он сам справится. Дай бог. Поехали на блядском дилижансе. Дальше. Валентайн. Так как пока лошади закрыты, поэтому сначала мы раздобудем хорошие пушки. Самые, как говорится, лучшие револьверы в игре. Но пока вот именно вот это коротенькое задание. Стоять. Подождем, пока поезд пройдет. Летал я через вагоны. Дело такое себе. С виду вполне приличный городок. Дорогие люди, наконец-то. Смотрите, сколько снега на горах. Вот только бы я не хотела туда вернуться. Может, надо было предположить Молли поехать с нами? А нет, мисс Роши, теперь не якшается с такой черной чернью, как мы. И не труждает себя работать. Теперь она светская леди. Ладно, дамы, оглядитесь по сторонам, посмотрим, что у нас тут. Участок шерифа справа, там наверняка найдется работенка для тебя, Артур. А то, не дай бог, еще придется рисковать. Ладно, мы пока на этого, на шерифа не будем обращать внимания. Там у него в основном такие. Даже побочками особо не назвать. Может быть, что-нибудь, конечно, и выполним. Давай остановимся в конце улицы возле конюшни. Какое-то должно быть задание про лошадей, где открывается конюшня. Но, по-моему, это не это. Ну вот, как я и говорил. Культурный центр цивилизации. Человек во всем его величии. Дядюшка, что будем делать? Ну, мы поступим так, как подобает любому уважающемуся джентльмену. Найдем женщинам... Начнем с салуна. Короче, баб надо занять. Хорошо, только не лезьте на рожон и не привлекайте к себе внимания. А мне надо пойти кое-что прикупить. В общем, как закончите, встретимся в хозяйственном магазине. Идемте, дамы, представьте, что мы в Париже. Значит, так ты себя видишь, да? Маньяком. В юности меня называли стрелок на разок. Ну, окей. Ладно, я даже ничего спрашивать не буду. Ты жалкий человек, Артур Морган. Но я знаю, что ты любишь меня. Всей душой, ты мой любимый паразит. Хотя нет, глисты мои любимые паразиты, так что ты на втором месте. Очень смешно. Нет, я соврал, глисты больные чумой крысы, потом ты. Заткнись, вот это место, идем. Короче, мы с дядюшкой приехали за провиантом. Я так понимаю, меня пытаются научить, как тут еду покупать. Для начала нужно чуток виски, чтобы скоротать время, пока будем ждать женщин. Всегда думаешь наперед? У тебя усталый вид, Артур. Можешь купить кофе, пока мы здесь. Ну, у меня так-то есть кофе с собой, ну ладно. Так. Кофе, ну, наверное, вот это? Вот и кофе, да, слушай. Возьмем. Ладно, когда закончим, встретимся снаружи, я быстро. Я-то закончу. Кофе есть, но раз требует это по квесту, окей, я не против. Возьмем немножко, пригодится. Сейчас с дедом как набухаемся. Точнее, дед набухается. А ваше здоровье, сэр. Забавно устроен этот мир. Знаешь, когда я был, то представлял себе, что женись на богатой наследнице.
Задремал, Артурушка. Джентльмен, кажется, я знала кое-что стоящее. Я пробралась в этот роскошный дом и притворилась служанкой. Обычно это срабатывает. Какая-то женщина сказала, что ее сестра отправилась из Нью-Йорка, что ли? Богатые туристы едут на поезде в Сан-Дени. Оттуда они отправляются в Бразилию. Понятно. Ну вот, поезд нагружен багажом. И ночью он проходит через безлюдные места, чтобы прибыть в порт к приливу. Через какое-то место... Ну, да-да, это совсем рядом с Нью-Гановино. Невероятно тихое место. Неплохо. Дети Лик и Карен. Кажется, в гостинице. Они подцепили каких-то пьянчуг, чтобы ограбить их. Почему? Им показалось, что это будет легко. Их уже давно нет. Пожалуй, проверю, все ли у них в порядке. Эй, вон Тилли. Похоже, ей прошло все у нее не слишком гладко. Прошу прощения. Так, короче, баба одна узнала, где мы можем поезд грабануть. Так, разряжаем обстановку. Эй, бери от нее руки, друг. Ты кто? Мой друг. Отвали от нее. Прямо его торец начистим. А то что? Подохнешь сейчас быстро. Хочешь узнать? Кто говорит что? Ты совершаешь большую ошибку, Тилли Джексон. Провали. Не, слушай, не пришлось даже ему ебло разбивать. Подожди вместе с Мэри Бет и дядюшкой, а не на другой. Хорошо, спасибо. Повезло мужику. Дядюшка, присмотри за ней. Я уже был, кстати, готов его размотать. Я иду, пойду в гостиницу. Найдите Карен. Гостиница у нас тут. Посмотрим. Посмотрим, что там с бабой. Только без драк, пожалуйста. Ну, посмотрим, как получится. Извиняйтесь. Извините, комната ошибся. Что-то это все смертоубийством попахивает. Уйди, говорит, тут меня. Я деньги заплатил и свое получу. Выбиваем дверь. Так. Эй! А ты кто? Я ее друг. Убирайся, приятель, я ей заплатил. Не за что. Ну, вот это он, пожалуй, побьет. Что ты тут утворяешь? Пытаюсь его обдурить. Не очень успешно. Ты в порядке? Да. Уверен? Да, это ерунда. Беспокоиться не о чем. Таковы мужчины, но... Этот кретин, расхваливал банк. Я знаю, что банки на маленьких городах не стоит тратить время. Но тут торгуют с котом, иногда тут бывает куча денег. Я, походу, его замочил, потому что он хорошенько затылком приложился. Ладно. Надеюсь, на меня охоту не объявят полицейские. Надеюсь, все обошлось. Блин, а может трубку можно попробовать сныкать? Подожди, подожди. Сейчас мы попробуем от тела избавиться, чтобы он это... Вдруг чего? Спрятать его явно некуда. Сжечь в камине тоже не вариант. Но грабить мы, ему не... мы его не будем, чтобы карму себе не попортить. Это как бы дело такое. Ладно. Когда скупщик откроется, у меня тут есть 5 золотых слитков. Я тут вне стрима покатался, пособирал их. Если кого интересно, пишите в комментариях, я покажу точки, куда можно скататься за баблом халявным. Спасибо, Артур. Мне не нравится, когда меня спасают, но если это нужно, я понимаю. Пожертвуй еще, пожалуйста. Ну да, он всего лишь ударил тебя. Артур ударил его гораздо сильнее. Ну ладно. Докажи, что мы не дикари. За что человек, который на нас смотрит? Это был же Блэкбот или пару недель назад? Я? Нет, сэр. Я не из тех. Я видел вас, точно вас видел. И вы были не одни. Я? Нет. Это невозможно. Эй, приятель, подойдите. Подойдите, идите сюда. Ну же, пацан. Короче, мужик свалил. Мне это не нравится. Отведи девушек домой. Мне перекинуть слов сон с нашим другом.
Ну-ка, давай. Да где это лассо-то? Во. Сейчас мы этого чувака заловим. Он слишком много знает. Надеюсь, убивать его не придется. Хорошо, что я лошадь прокачал. Я могу за ним долго гнаться. И я его потихоньку догоняю. А, ну он сам себя догнал. Понятно. Я не могу забраться. Разберитесь с человеком из Blackwater. Так. А, задать вопрос. Мочить мы его не будем. Пожалуйста, сделайте что-нибудь. Почему ты распускаешь слухи обо мне? Нет, нет, дружище, я ошибся, я сильно ошибся. А теперь, пожалуйста, помоги мне. Я никогда не был в Blackwater. Тогда почему ты меня преследуешь? У меня такое лицо, что тебя всегда путают с другими. Да-да, меня тоже. Вытащи меня, пожалуйста. Я вас умоляю. Да, помогаем. Помогаем. Иначе карма сразу же бух вниз. Если ты его замочишь. Может, он действительно обознался, кто знает. А, вы в порядке? Нет. Не в порядке. Я ходячая развалина. Ну, вы живы. Что есть, то есть. Джимми Брукс. Я думаю, будет лучше для нас обоих, если мы притворимся, что ничего этого не было. Я согласен. Вы спасли мне жизнь. Вы хороший человек, а я... Вот. Хотите ручку? Это новое, из стали. Перьевая ручка. Вы очень добры. Но я совсем не хороший человек, Джимми Брукс. Большую часть времени, понимаете, я был в Blackwater. Я убиваю людей. Может, и вас стоило убить. Не лучше бы мне было убить вас, Джимми Брукс. Меня? Я вас не видал. Ни сейчас, ни когда-либо. Мы друг друга поняли? Конечно. Джимми Брукс. Я это запомню, Джимми Брукс. У меня хорошая память. А у меня ужасно. Дырявая башка. Ни капли разума в старой котелке. Ну и все тогда, чешется. Наверное, надо что? Наверное, надо жрануть что-нибудь. Полезненькое, да? Где у нас? Да, я думаю, вполне этого достаточно будет. Когда откупщик откроется, конкретно можно разжиться баблом и потом уже накупить кучу продуктов там и так далее. Пока это сейчас, ну и лагерь, естественно, прокачать. Пока сейчас это не очень к спеху. Лагерь как бы не загибается, если ты его не кормишь, ничего там страшного нет. Пока как бы у меня только полтинник на кармане, но это так на всякий случай. Если будете переедать, персонаж будет набирать вес. Если будете постоянно не доедать, персонаж будет худеть. Да, Влад, повыв, как дела? Дела отлично. Я вам сегодня как раз выспался, отдыханул, так сказать. Можно и постримить перед работой. Завтра я вот думаю, стрим по Бэтмену запускать или еще в АДР-ку полобать. Не знаю. Посмотрим. Смотрим, что у нас по этим, по заданиям. У тебя-то как дела, да, Влад? Как самочувствие? Так, у нас еще один квест появился. Давай, наверное... Вот это вот что такое? Вот это вот. Фото за головами. Ага, это у шерифа как раз задание новое появилось. Давай вот мы вот этот квест, короче, сделаем. Смотрим, что там. А потом, наверное, можно будет двигать да, Влад, лагерь. У меня все отлично.
Это хорошо, это замечательные новости. А как погода, кстати, у вас? У нас вот зима вообще во всем. Где-то минус 10 стабильничком держится. Сугробы уже приличные. Так, наверное, надо, я думаю, вот сюда зайти, чтобы задание это получить. Нет, слушай. Это задание где-то в баре, по-моему. Салу. По-моему, мы сейчас набухиваться, да, мы сейчас набухиваться будем жестко. А, Артур. Артур, иди сюда. Сюда, я познакомлю тебя с нашими подружками. Рад знакомству. Вот это мужчина, крепкий, склон скала. Лучше помолчи, Анастасия. С первого взгляда ясно, что он милый котик. Точно, он милый котик. Пусси кэт. Правда, Артур? Как скажешь. И сколько вы берете? Ну разве можно так разговаривать с леди? Я и не знал, что говорил с леди. Да, Влад, повыв. Прошу прощения. А в каком городе ты живешь? Мурманская область. Ну, вот. Конкретно город Ковдор. Должен сказать, у тебя здорово получается разговаривать с женщинами, а я прирожденный сердцеед. Где Билл? Господи, я даже думать об этом не хочу. А ты, да, Влад, откуда? Эй, вон он. Они сейчас поцелуются или подерутся? Ах, вот ответ. Местная скота ебашила. Давай, наваливай. Лучше драться. Так, готово. Чё, кого еще раз ковырять? Шапочку надо подобрать одну. Побегите, бандик громил. Ну-ка, по почечкам одному. О, какой. А я думал, кстати, это миссия про набухаться. Томик, нет, не лезь, не лезь, свое дело. Иди сюда, мексикашка. Да, Влад, повыв. Я с города Энгельса. Энгельс, это подскажешь где? Я так понимаю, город небольшой у вас, да? У нас тут город совсем маленький. Иди-ка сюда. Тут буквально 1013 населения, так что. Это спрашивает, с какого города, просьба сказать, типа, ты с Мурманской области. Хотя бы, чтобы сориентировать более-менее человека. Хорошо, что я поел, короче, перед дракой. Вставай. Да, Влад, повыв. Это город в Саратовской области. Не бывал. Не бывал в Саратовской области. Эта музыка вообще не умирает. Ну давай, вставай. Все, добиваем. Хватали. Перестаньте, хватит, пожалуйста, я прошу вас. Не надо. Прошу, сэр, вы уже держали верх в драке, неужели этого мало? А тебе какое дело? Никакого дела, никакого дела, сэр, но, пожалуйста, очень вас прошу. Ну, Артур так-то неплохо тоже по щам получил. Заводишь новых друзей, Артур?
Это кто? А, Дач. Посмотри, кого мы нашли. Джозайя Трелони. Он самый. Так-так. Я думал, ты подался в Нью-Йорк, чтобы скучать по этому великолепию. Да ты шутишь. Как поживаешь? Недурно. Довольно недурно. Я пытался найти вас в Блэквотере, джентльмен. Оказывается, вас там не слишком любят. А, Хавьер и Чарльз. Давно не виделись. И Билл выглядит удивительно хорошо. Джентльмен, всегда рад. Нет, нас не слишком любят в Блэквотере, и мы оставили там кучу денег. И юного Шона в придачу. Шона? Ты его нашел? Да, нашел. Его держат у себя какие-то охотники за головами. Хотят узнать, сколько денег федералы за него отвалят. Насколько я знаю, он еще в Блэквотере, но поговаривают, что они готовы к отъезду. Если мы заявимся в Блэквотер, нам конец, это как пить, Дэк. Там будет полно Пинкертонов. Но если есть вероятность, что он жив, да, конечно. Но им нужны вы, Дач, как и всегда. Чарльз, разузнай все, что сможешь, но аккуратно. Брат Джосайя, и бери Хавьера и Артур, приведи себя в порядок. И присоединяйся к ним. А как же я? А что ты? Как это понимать? Билл, пошли. Ладно, одежду грязную дождем размоет. Это норм. В этом ничего страшного. А шапочка? Где моя шапочка? Она, наверное, тут, да? О, вот моя шапочка. Ну, ее, в принципе, если сейчас лошади можно взять. Я вот думаю, шмонать этих ребят или нет? А они вообще, типа, никак. Да, ну ладно. Ну и хрен бы с ним, не очень-то и хотелось. Так, тогда. В принципе, в Валентайне все у нас. Зато тут куча заданий появилась. Давай, наверное, мы съездим. Кто это у нас? Эмит Гринджер. Мы сейчас к нему поедем и заберем у него первый хороший ствол в игре. Погнали туда. Потом будем уже дальше выполнять эти задания. За вторым стволом можно, в принципе, поехать, когда... Где, кстати, лошадь? За вторым стволом можно поехать, когда вторая кобура появится. Так что второй пистолет пока не очень к спеху. Вот. Можно сразу его взять, в принципе, без разницы. Что там? Мага проводить дополнительные действия, например, вставать на дыбы. Вы должны поднять уровень доверия. Прощенько, вот это действительно, это не моя лошадь. Я не я, и лошадь не моя. Да не, вроде моя. Ой. Что за дела? Я какое-то стекло разбил. Аккуратненько себя ведем. Мне тут еще накосячить не хватало. А вот это чья лошадь? Какую-то я привязывал, по-моему. Нет, это было давно, неправда. Ладно, поехали, короче, к Грэнджеру. Эммит Грэнджер, это у нас он там тусуется возле свиней каких-то у себя на ранчо. Какой-то... В общем, задание про охотника за головой. Он был, видимо, бывший бандит, сейчас просто отсиживается у себя в лачуге. А, вот. И у него есть нужный мне пистолет. Тоже есть разнообразие. Можно его замочить, а можно у него просто выбить пистолет из рук. Посмотрим, конечно, как получится. Всегда я их убивал. Этих вот всех четырех чуваков, которые там на карте обозначены по фоткам. Я всегда их просто мочил, как бы, и все. Можно попробовать именно по руке ему выстрелить. Но я думаю, это должно быть очень быстро. Стреляет он типа лучше нас пока. Но есть мегазрение. Меткий глаз, или как он там? Dead Eye называется, если я не ошибаюсь.
Короче, на данный момент меня интересует вот три пункта. Три пункта. Это вот как раз пистолеты. Это скупщик, который открывается после... Ой, там какая-то проблема. Скупщик, который открывается после задания про нефть. И лошади. Сейф компании, у нас нет ключа, я ему не верю. Ну-ка, стоя. Тихо. Пистолет, ты выбери, блин. Эй, оп. Кто такие? Давай-ка мы с ним поговорим. Почему его грабят? Все в порядке? Я не причиню тебе вреда. Мистер, я даже не знаю, что сказать. Спасибо, наверное, вы оказали мне услугу. Армия плюс. А слушайте, все равно компания спишет все это на ограбление. Если откроете сейф, то можете забрать оттуда все, что захотите. Они все равно уже это украли. Угу. Да не вопрос, заберем, почему бы нет. Мы сейчас сначала этих чувачков обнесем. Я думаю, грабители пустые. Доллар, полтора бакса. Ну, хоть что-то, слушай. Сигареты у него есть еще. Еще полтора. Тоже норм. Но кучера, короче, мы не будем шмонать, потому что он типа мирный житель, чтобы карму не попортить. Давай посмотрим, что там есть. Необходимая отмычка. Печалька. Как отмычку получить, я пока не знаю. Видимо, ее можно как-то где-то купить. Ладно. Дело шатко. Эй, платва. Лошадь куда-то убрала вообще. Наверное, далеко просто ее оставил. Че не идешь? Тупит стоит. Да, больше брать-то нечего. Слушай, в натуре это не моя лошадь. Вот она почему не идет. А где тогда моя? Интересно, девки пляшут. У меня куда-то лошадь делась. А вон там вторая показывается. А вот моя уже скачет. Тогда нахрен мне это. У меня вот это прокачано. Спасибо. Там... Тихо-тихо, ну что ж ты делаешь-то? Хочу в сумку заглянуть. Действительно, это моя лошадь? Да, это моя лошадка. Как тогда это оказалось? Это, видимо, то, что я чувака отмудохал, короче. Это я на его лошадь сел и поехал. Короче, надо запомнить, что моя лошадь с белой жопой. Ну и ногами белыми. Окей. Вот это ранчо, да? Того самого Грейнджера. Давай-ка мы сохранимся. На всякий случай. Чувачок как-никак охотник за головами, может и в будку прилететь. Там что, свиней дрючишься? Да ничего хорошего тут не видит. Так, сразу, пистолет. Или его убрать? Нет. Убирать мы пока не будем. Здорово, дядька. Поговорим. Эй, ты! Чего вам надо? Здрасте, это вы, Грейнджер? Это мое имя. Фермер — моя профессия, если вы не заметили. Но так было не всегда, верно? Раньше вы были стрелком. Вас Джима Боя Кэллоуэя знали?
Раньше да. Но это было давным-давно. А вы кто? Неважно. Вы должны рассказать мне про Джима Боя. Мне просто нужна цитата для книги. Для книги про Джима Боя. Вот черт. Сейчас я могу говорить. Посмотрите на меня, по колено в свином навозе. Я не против. Можем поговорить, когда пока вы работаете. Нет, я либо машу лопатой, либо разговариваю. И потом, вы, юноша, с этим вдвое быстрее бы управились. Ну вот уж не знаю. А что тут знать? Вас интересует прошлое? Выбираете это дерьмо? Не знаю, насколько интересных историй, если вы не хотите марать руки. Но есть, ни хрена не скажу. Надеюсь, истории будут хорошие. Он, короче, заставляет нас поработать с навозом, поросятками и так далее, иначе он истории никакие не расскажет. Ну ладно. Ладно, я вычищу твое чертово дерьмо. Мы работы не боимся. Джимбой, не пустое место. Я убивал мужчин, женщин, детей и животных. Я даже камни убивал. Чего, блин? И убивал наверняка. Я расстреливал людей, протыкал ножом, свежевал. Некоторых снимал скальп. О, как они кричат, когда сдираешь скальп. Не мешай мне работать. Короче, дядька у нас маньячок. Он типа бывший маньяк, походу, какой-то. Так. Поросята, идите нахер отсюда. Вы мешаете собирать ваше дерьмо. Ну, по-моему, наверное, что-то интересное рассказывает. Всего лишь поросячье дерьмо. Бери за дело, парень. Работа еще не закончена. Да, вроде все. Теперь здесь так чисто, что отсюда даже... Значит, это все твое. Отведите тачку в куче дерьма, и на этом все. Дерьма тут хватает. Потому что свиньи голодные. А работников нет. Подожди, это же его раньше. Если ты его раньше, что мешает ему убираться на своем раньше? И как бы вести хозяйство. Какой-то он борзый, короче. Ладно. Какая вонь. Так, я все убрал. Давайте, рассказывайте о Калуэй. Я же сказал, что расскажу истории. Я не обещал, что они будут о нем. Не шути со мной, старик. Ты его знал. Расскажи мне хоть что-нибудь, что угодно. Если напишешь обо мне, это же просто слова. Расскажи мне что-нибудь, я оставлю тебя в покое. Я же тебе помог. Будь осторожен. Я же все-таки убийство. Мой нож часто успокаивал самых разных людей. Знаешь что? По-моему, ты никто, иной как... Это просто сумасшедший старик. Я не убийца. Ты давно отправился на корм? Если бы я заключил сделку, получил бы эту ферму. Последний шанс, мистер Грейнджер. Дайте мне цитату для моей книги. Эй, зачем же нападать на мирного человека? Свидетель со стороны обвинения. Блядь, слишком быстро летят иногда субтитры. Оказывается, он тебе польстил. У меня руки чешутся с тобой разделаться, девочка. Жалко то, что я теряю слишком много времени. Слишком много? Ну, раз уж я тут все вычистил, по-моему, у меня полное право разнести все в хлам. Ну что ж, не стоит этого делать. Лучше просто валять отсюда. Так. Мне ведь просто нужна эта цитата. Ты даже не представляешь, во что ввязался. Это мой динамит. Че ее закладывать? Давай так, долбоем. Нет. Та-дам. И все в говне. Ту-ду-дум. Получите души из дерьма, мистер Грейнджер. Ох, какая мерзость. Ты заслужил право на смерть. Я с удовольствием тебя убью. Выхватывай, это будет последнее, что ты делаешь в жизни. Выхватываем оружие. Так, и... Слушай, а почему он нож кидает? Я думал, что он будет стрелять тоже из пистолета. Почему-то он на меня побежал. Ладно, хрен с ним.
Ковбойский револьвер на револьвер Грейнджера. Да. Справочник обновлен. Так, личное оружие. Револьвер Грейнджера. Открываем селектор оружия. Да. Нажмите та-та-та, чтобы открыть селектор предметов. Подожди, а как ствол наш почистить там туда-сюда? Ну то. Вот за оружие, вот. Целиться, ракурс, почистить. Но чистить его типа не надо. Но у него он и так статы прикольный. Потом мы, наверное, до магаза, если доберемся, то можно его будет почистить и так далее. Может быть, апгрейды какие-то привести. Но у него статы вот... Можно присмотреться. Он хороший пистолет. Отдалить, приблизить ракурс. Да, что тут на него любоваться-то? Пистолет первый нашелся. Ну, не знаю. Давай грабанем его заодно. Что там еще? Ну... Почему-то этот мужик... А! Мужик валяется, его надо сфоткать, я же забыл совсем. Предметы. Меняем на фотоаппарат. Фотографируем. Вот как-то так, я думаю. Хороший снимок не получится, фотоаппарат слишком далеко. Подойдите ближе. Да ё-моё. Давай еще ближе подойдем. Прям что в упор. Пойдет? Да. Все, этой фотки достаточно. Лошадка. Так, ну что, первый стол в кармане. А давай-ка мы, наверное, осмотрим, что у него в доме есть. Вдруг там что-нибудь прикольное. Я не думаю, что он чисто на одних поросяток жил. Возле дома ничего такого. Только кукуруза. Кстати, ее можно взять? Я бы лошадь покормил, наверное. Ну ладно. Выбиваем, да? Тут ни хрена, по-моему, такого. Магазинный карабин. Ну, давай возьмем, может пригодится. Продать, может, его. Мужик вообще что-то бедненько жил как-то. Губная гармошка. Поросята музыку играл, походу. Все, да? Что-то для крутого маньяка он как-то... Ну, действительно, как-то очень бедно жил. Ну и ладно. Раз там нехуй, надо не убрать. Ничего не попишешь. У нас тут что это за задание? Друзья, сообщил он, что Солнцем что-то обнаружил на расположенном озере железнодорожной станции. Ну давай, в принципе, пока недалеко отсюда. Чего же нет-то? Все равно сюжетные миссии надо выполнять, чтобы другие функции игры открылись. Ну, пистолет на месте, это уже греет карман и радует душу.
За вторым, наверное, пекалем чуть попозже поедем. Хотя бы парочку заданий надо будет выполнить. Потому что за ним надо шарашить, за тем стволом аж вот, вот туда. Вот туда. Как бы путь не близкий. А вот здесь у нас типа самая охеренная лошадь в игре тусуется. Вот здесь вот арабский скакун белого цвета тусит. А вот здесь черного цвета. Но пока эти лошади не спамятся, потому что конюшни закрыты. Чтобы конюшни открылись, надо проходить сюжетку. Поехали потихонечку, не деформируясь совершенно. Пастор Слонсон, где он? На раздании, я так предлагаю. Тихо, с другой стороны. Я думаю, надо все-таки, чтобы руки были без оружия. На всякий случай. Так, он у нас находится где-то тут. Мистер Морган, я внял вашему совету, сэр. Значит, ваш господь все-таки покинул. О чем вы говорите? Я внял вашему совету, сэр. Я вырвался из объятий Морфи. Я больше не опущусь на дно, сэр. Я свободен. Свободен. Вы не выглядите свободным, дружище. Сядьте, пастор, мы еще не закончили. Вы посмотрите на него, в стельку. Никто в него спиртное не заливал. Я просто хочу, чтобы он, во-первых, мы с тобой не друзья. Не заблуждайся на этот счет. Во-вторых, он вряд ли сейчас что-то видит, а уж тем более слышит. Я, может быть, не особо сообразительный, но глаза у меня видят хорошо. Хочешь, можем выйти или ударим этот вопрос? Я просто хочу, почему в этом мире не можем жить? Они хорошие люди, Артур. Они божьи дети. Они божьи дети. Ну ладно. Может, тогда ты за него сыграешь? Так было бы честно. Честно? Ну да. Не хочешь сыграть? Ну давай попробуем. Ну, мне кажется, это каталы какие-то. Да, конечно, сыграю пару раздач. Ну так садись. Я Лютер. А это Марвин. Это и к вам, говорит, относится. Дама десятка. Не обижайтесь на друзей, вы не похожи. Отвечаем на ставку. He can't be no real clergyman. He committed about five cardinal sins just in. Короче, разок сыграю и все. Был священником, немного сбился с пути за последние годы. Can you imagine him at the pulpit if he could stand up? Давай, наверное, поднимем, да? I don't remember much after that. I'll call. He's a decent fella going through a bad time. Disrespect him again, and you'll find yourself in a bad. Такое себе, конечно. All right, all right. Just trying to have a little fun here. It is a game, after all, Mister. Давай. Check. Check. У меня две пары. Чек. Not for me. Check. There you go. Pile of crap. Don't laugh. У этого пара, а у этого пара дам. Could have been worse.
24 доллара выиграл. Та-дам. Это была простая партия в покер. Но я больше играть не буду. Они начнут разводить стопудово. Выходим. До свидания, ребят. У меня там пастор обдолбанный убегает. Нет, друг, с меня хватит. Я уже все понял. Ну же, пастор. Где же он? Куда он делся? Кто? Пастор, куда? Пастор уполз. Но он где-то рядом. Пастор Свонс, куда вы подевались? Найдите пастора Свонсона. Да, давай посмотрим. Извините, пожалуйста, вы не видели тут пьяного придурка священника? Конечно, мы его видели, и запах его учуяли, поэтому держались от него подальше. Кажется, он пошел в ту сторону. Спасибо. Он выглядел немножко сумасшедшим. Вы бы знали, насколько вы правы. Его даже особо искать не надо. Крикни. Вы в своем уме? А его там уже мудохуют, да, походу? Ричард 1080 ТСТВ. Привет, какая это глава? Здорово, это вторая глава, по-моему. Только самое начало. Убери от него руки, ублюдок. Ну и этому пиздак разобьем, ничего страшного. Тихо. По-моему, тут чуть посильнее здоровяка. Хорош. Под жопу ему еще. О боже, ты убил его. Я сообщил властям. Да твою мать, а. Ну а как мне его было не убивать? Блин, ну попробуем, конечно, его поймать. Ну вернись. Оу! Опрометчиво было. Ну-ка, иди сюда. Ричард 1080 ТСТВ. Поезд, принадлежащий Левиту Корнуолу, уже был ограблен? Нет. Я только одну сюжетную миссию выполнил. Две. В баре подрался и проституток отвез в город. Я сказал, стой, черт подери. Ладно, ладно, не бейте меня, пожалуйста. Избавь нас от боев, от хлопот. Блять, менты. Сука. А, давай контрольную точку. Типа его надо было раньше догонять или что, я не понимаю. О боже, ты убил его, я сообщил властям. Так, ну я уже быстрее чуть его догоняю. Поедь, мужик. Ричард 1080 ТСТВ. Да тут на самом деле все серьезнее, чем в КТ-5. Ладно, не бейте меня. Я тут вчера смотрел видосы, кстати, тут есть, оказывается, вампиры, привидения, НЛО. И, по-моему, оборотень, если не ошибаюсь. Маньяк еще есть. Ну, это я, к слову, о серьезности игры. Давай, угрожать. Кто-нибудь проболтается о том, что ты видел, и ты покойник, понял? Я ни одной душе не скажу, обещаю. Отпускаем. Мы его грабить не будем. Хотя, по идее, ну что такого, если тут вокруг всех убивают? Блять, и пастор еще на рексе попиздил, понимаешь? Мне до него по-быстренькому бы добраться, пока его поезд не шип. Но его, наверное, не убьет. Пастор, конечно, мудак еще редкость. Это просто ошибка. Вас еще можно спасти. Блять, я выдохся.
Ладно, ничего, потом пополним всякие штуки. Надо сейчас его спасти. У него нога застряла. Хорош. Успел? Да, успел. Мудила подбуханная. Норм. Живой. Эх, как бы не так. О чем вы вообще думали? Сбросили меня с моста. Там же был проклятый поезд, чокнутый ублюдок. Я опять плохо себя вел, мистер Морган? Простите. Я бы хотел быть другим. Как его в пастора взяли, если он на морфе торчит? И бухает. Пойдемте домой. Домой? Да, замечательная идея. Я могу позвать Маргарет на чай. Маргарет? Кто такая Маргарет? Мой... Да. Я так понимаю, мы сейчас его до лагеря будем пердолить, да? Он взял его типа на плечо, но только не поднял туловище. Анимация подъема была. Ричард 1080 ТСТВ. А уже Артур Морган побрит. Ну я его побрил, да. Че он будет за рожком бегать? Так, папочку давайте вернем. Где он тут? Это что это? Без шапочки. Голову не напечатаем еще. По-моему, он сейчас песни будет петь, если я не ошибаюсь, пока мы едем. Кстати, я так понял, то, что мне не засчитали доллары, которые я заработал, 24 штуки. Я типа зря в покер играл. Ну ладно, нихуя ты хотелось. Скупщик откроется, будет 3 косаря на кармане. 3 300, по-моему. Если слитки все продать. Кстати, стоямба. Надо чем-то поживиться, энергии нет. Это у нас не то. Да, вот, кстати, вот этого, я думаю, хватит. Половину восстановила. Давай еще, наверное, разок. Бахнем вот этой штуки. Вот это. Ну, уже получше. Какой-то дичь несет, там валяется на заднем сиденье. Я тут как-то помню, с одного города ехал в другой, встретилась баба, и у нее ноги лошади придавило. Я ее посадил сзади. Едем спокойно, как вхерачился в какую-то какое-то ограждение, баба улетела на луну, блядь, просто через свинарник куда-то, сразу карма в минус, ёпты, бля. Лошадь, конечно, с таким себе управлением пока. Надо хорошего скакуна себе. Давай, солнцем, пастор, вверху жопа. Пошли спать. Положите на кровать. На свою кровать, что ли? Да нет. У него какая-то своя определенная кровать есть. Я думал, говорит, когда он еще появится. Я проспится и появится. Интересно, он просто бухой или под морфием? Бросай.
Друг мой, лучше спасайте свою душу с помощью сна. Что ж тут произошло? Все как обычно. Бедняга. И именно. Спасибо вам, мистер Морган. Я за ним присмотрю. На сей раз ему повезло. Очень повезло. Так. Погнали тогда вот ближайшие какие-нибудь задания повыполняем. Да, в принципе, без разницы. Они все тут рядом. Че, ну вот, допустим. Так, этот, по-моему, у нас долги, чтобы, да, выбивать, чувак. Давай к нему попозже пойдем. На букву К пойдем. Да. Прошу вас. Он уже тут давненько привязан. Угрожать, разозлить. Давай просто разозлим. Ты должен сам с ним поговорить о твоей старой банде. Я же говорил, я ничего не знаю. Я так и думал. Эй, не надо горячиться. Похоже, что наш друг язык проглотил. Надеюсь, мистер Уильямсон сможет его разговорить. Ну что, готов говорить, пацан? Я же всем вам сказал, я ничего не знаю, ясно? Они у него вовсе не друзья. Я просто какое-то время жил с ними, вранье. Понимаешь, это я уже слышал. Может, на этот раз скажешь правду? Да, что мне с ним делать? Сделай ему больно, чтобы когда он в следующий раз откроет рот, он рассказал бы нам все. Кого я обманываю? Если Дрискол открывает рот, то непременно врет. Да пошло оно все. Давай просто повеселимся. Кастрируем его. Да! Что он делает? Куда он идет? Не волнуйтесь. Это просто яйца. От них одни неприятности. Знаешь, в Древнем Риме евнухи были одними из самых чистых, из самых преданных придворных. Ты шутишь, да? Конечно. Больные ублюдки. Что тебе от меня нужно? Ну, говорить ты будешь в любом случае. Вопрос только один. Сейчас или уже после того, как мы отрежем эти штуковины? Ладно, ладно, слушайте. Я знаю, где прячется Удрицкл. И вы правы. Вы ему не нравитесь. Так же сильно, как он вам. Он в хижине Six Point. Я отведу вас туда. Серьезно. Он мне не нравится. То есть мне он нравится меньше, чем вы. Не обижайтесь. Я не обижаюсь. Ладно. Отведи нас туда. Прямо сейчас. Дальше я этим займусь. Будет весело. Ну ладно, давайте. Кастрируйте, говорит его. Будем надеяться, что ты нам не соврал, Адрискол. Я никакой не Адрискол. Ну, ты вполне был настоящий. Джон, Билл, идите сюда. Нам нужно навестить наших старых друзей. Куда мы направляемся? Холмы за Валентайном, я вам покажу. Ну тогда нам нужна, наверное, лошадь. Возьми с собой этого подонка, если что-нибудь выкинет, пристрели его. Он свидетельствует почтение твоим дружкам. Он отведет нас к Кольму? Так он сказал, пошли. Я отведу вас к нему, слушайте. Когда мы подъедем ближе, я покажу дорогу. Но если я правильно понимаю, то это за Валентайном. Хорошо, я отведу. Слушай, ну вот этот чувак пленный, он с нами жил, получается, с весны аж. Уже как-то начало лета. Он уже вместе с ними где-то месяца, наверное, 2-3 точно. Сколько же раз повторять, я не Удрицкл. Выглядишь совсем как один из них. И пахнешь как, черт, и пахнешь так же. От меня пахнет навозом. Вот именно, да, еще как. Морган, у тебя в сидельной сумке метательные ножи. Дач сказал, что они тебе... Меня попросили отдать их тебе. Я делаю тебе одолжение рассказывать тебе об этом. Когда в следующий раз захочешь мне что-нибудь отдать, отдавай сразу мне. А не прячь и не надейся, что подвернется случай мне об этом рассказать. Последний раз я что-то для тебя делаю. Эй, я все неправильно понимаю, то нам сюда.
Да, эти места я знаю. Поезжайте по той тропе между скал. Ты как, Джон? Нормально. Еще не очень хорошо, но я в порядке. Надеюсь, черт подери, ведь ты только валялся в постели. Ну, Эбигейл не давала мне встать, ты же ее знаешь. Она никого не слушает. А, ну, пока у тебя был припадок безумия, ты прятался за своей женщиной. Нас поливали свинцом. Я бы сделал для вас то же самое, если бы вам было поплохо. Надеюсь, но боюсь, что ты не умеешь никому помогать, кроме самого себя. Видишь, О'Дрискол, если он так обращается с друзьями, представь себе, что он делает с врагами. Мне стало ясно, как вы поступаете с врагами, когда вы понесли щипцы к моим причиналам. Билл, эти щипцы еще у тебя? У меня нож есть, им я так часто чисто не отрежешь, но да ничего. Имей в виду, парень, всегда об этом помню. Честное слово, обещаю, постараюсь как можно быстрее отвезти вас к Кольму. Вот увидите, я держу слово. Яйца, говорит, тебе отрежем, если что-то не так сказал. И все. Вот эти холмы, направляйтесь к ним. Парни, поберегите лошадей, сейчас будет подъем. Знаете, вы не так уж отличаетесь от Адрисколов. Что ты сказал? Я уже много недель наблюдаю за вами. И ты был привязан к дереву, ты ничего не знаешь об этой банде. Да, но я бы сказал, что вы мало что знаете о Дрисколах. Но, возможно, я знаю вас больше, чем вы о них. А о них я знаю все, так что... Так расскажи нам, чем вы похожи на этих собак? Вы вне закона, как и они. Вы пытаетесь выжить, как и они. Жизнь у вас опасная, тяжелая. Вы сражаетесь с законом, с природой. Вы заботитесь только о себе. Видишь, поэтому ты Адрискол. Адрискол. Это вы пытаетесь выжить, а мы пытаемся жить на свободе. Кольм, подлый вор и убийца. А Дач похоже на учителя. По-моему, вы все одинаковые. Ну так-то да. Значит, ты ничего не понимаешь. Джон, заткни ему рот. Надоел ты мне. Парни, мы почти на месте. Итак, никто не знает, не соврал ли нам этот сукин сын. Но если все так, как он говорит, и Кольм Адрискол здесь, тогда мы сможем завершить многолетнюю войну. Прямо здесь и сейчас. Аминь. Точно, точно. Клянусь, именно здесь он... Заткнись. Теперь налево, спустимся с холма, а затем в лес. Но я помню это задание. Тут много сейчас народу будет. Их надо будет перемочить. Мы зайдем тихо, разберемся со всеми, кого найдем, и постараемся не поднимать шума. Это как раз прометательные ножи, то, что горелось. Но если не получится, тогда действуем быстро и жестко, как мы умеем, хорошо? Я не против. Я за, Морган. Ну ладно. Через эти деревья. Тут конкретно будут сейчас по-тихому. Надо бы перевалить весь лагерь. Иначе просто много народу сбежится. В прошлый раз я когда проходил, первый раз, может совсем близко, я бы оставил лошадей на этой опушке. Когда первый раз я проходил, я устроил перестрелку, у нас еще и менты сюда сбежались. Спокойно, Билл, когда вы сидите верхом или находитесь рядом с вашей лошадью, та-та-там. Так, а что они не останавливаются? Пора бы, я думаю. Вот это место, хижина за этим холмом. Понятно, связать с лошадей пошли. Собираешься взять ножи? Я же сказал, спокойно. Так, смотрим, где у нас есть те самые ножи. Ну, тут только я вот это вижу. Давай мы возьмем с собой ствол. Можно попробовать. Лук. Что у нас еще есть?
Я что-то вот никаких ножей вообще не вижу. Короче, пистолет. Масочку наденем на всякий случай, если менты прибегут. Лошадь серит. Красота. Так, ну как же мы без шапочки-то? Шапочку надо обязательно одеть, да. Ага. Маска снимается, шапка одевается. Понятно. Ну так мы сделаем. Лук есть. Что насчет метательных ножей, кстати? Предметы, может быть, они у меня уже типа там? Слушай. Возьму лук с собой. Вдруг получится их просто с лука сначала перевалить. За мной, давайте. Совместная поездка на лошади не сделана с друзьями. Помни, я слежу за каждым твоим шагом. Ну, люди от Дрискала там есть, это я помню. Ты сдохнешь, парень, сначала лишишься яиц. Господи Иисусе. Эй, вон там, видите? Так, подожди, погоди, я пока вот ничего не вижу. Так, прыгнитесь. Хижина там, на поляне. Там наверняка прячется куча людей. Они вооружены? Вооружены, пьяны, не любят чужаков. Конечно. А Колу Мудрискал, он наверняка в своей хижине. Скорее всего, напился и валяется в отключке. Вон, там кто-то идет. И кто скажет ему, что котел бросить нечего? Дай подумать. Полагаю, тот, кто спугнул дичь. Пойду, говорит, отолью. Мы сейчас его с лука попробуем долбануть. Реальной жизни кто-то... Ну, это будет наш старый ублюдок Кольм, ладно. Они просто болтают. Прицелиться. Так, подожди, пойти самому. Да. Присядем сначала. Подожди, подожди. Блин, времени-то не очень много. Может, его кортиком просто запороть? Хорош. Ну все, они кипиш подняли. Да блядь. Вот, наконец. Так, надо поближе. Он прилип так к этому дереву. Так, это там наши. Странно, он как-то себя ведет, конечно, с этими укрытиями. Ага.
последний там, по-моему, да? За камнями. Вот он там. Хер знает, завалил, меня не видно. Так, где еще? Ладно, пойдем поближе. Все, ну раз нужно закончилось, значит тут все. Пусть их Колумет уходит, Колумет рискал, Колумет в хижине. Я проверю, а ты постоянно стражи. Обыщите хижину. Так, подожди. По-моему, если тут быстро всех не обшмонать, то приедут менты. Я вот не знаю, как, какой последовательности лучше с хижину сначала вскрыть. По-моему, Дрискала там нету, да? Сдается мне, он бы уже выбежал. Как-то странно, его банду разматывают, а он спокойно в хижине сидит, прячется. Мне кажется, нет. А, пока полутаемся, там посмотрим, как пойдет. Ну, еще человек 5, по-моему, по лесу валяется. Так, эти уже все пустые. Да и все, слушай, больше тут особо искать нечего. Так, если только вот что-то здесь пособирать. Патроны, карабин, да, пригодится. Нахрен их покупать, правильно? Мы еще здесь что-нибудь посмотрим полезно. У них же по-любому тут какой-то провиант есть. Что такое? Взять. Кокаиновая жвачка. Ну, давай попробуем. Что за жвачка? По-любому бусты какие-то дает. Рытый пузырек с лекарством. Его уже больше не поднять. Кукуруза. Стоять. Кукуруза для лошади. Так, сыр, самогон. Вот смотри, тут тоже что-то есть. Все полезно. Так, пока денег не очень много, то сейчас любые продукты подойдут. Так, ну вроде все. Ладно, берем. Я думаю, пистолет хватит. Вы в порядке? Да, спасибо. Колумет Дрискал. Его здесь нет. Нас подставил. Иди сюда. Нас подставил. Нет. Ты подставил Колумет Дрискала, а здесь нет. Он был здесь, клянусь. Я... Если бы я хотел, я бы хотел вас спасать. Это точно, Артур? Ну ладно, уходим отсюда. А? Я тебя убью. Я вас не подставлял. Проваливай. Я тебя отпускаю. Давай, валяй отсюда. Это же все равно, что убить меня. Там. Без вас. Колумет Дрискал от этого просто в ярость придет. И что? И я теперь один из вас, вот что. О, господи. Ну ладно. Но я тебя предупредил. Да, я понимаю. Ладно, возвращаемся в лагерь. Ну что, вы нашли деньги? Какие деньги? Да там обычно есть деньги. В дымоходе. Я проверю. Остальные живы в лагерь. Не такой уж и плохой. Эй, Билл, передай дальше, что старину Кирана не стоит убивать пока что. Да, хорошо. Ну,
давай здесь еще что-нибудь полутаем. Ограбить сейф. Да, ну, наверное, тут ни хрена в этом сейфе нету. Эликсир женьшень. По-моему, тут кроме продуктов... Он дробовик там у нас, вот в этом. Пускай шкафчик. Ну давай. По-моему, там дробаш в этом камине находится. Денег там вряд ли будет. Пачка денег. 12 баксов. Ну, такое себе. Еще 10. Ну и там еще, наверное, десяток. Ну, дачу. Дач будет доволен, как слон, и за 30 долларов ему подойдет. Давай пороемся, что в ящике. Ничего. Ой. Потом для добавки. Так, магазинный карабик на двухствольный дробовик. Да, я вот думаю, стоит ли вот его менять или нет. Ну, такое себе. А, дробаш поменять. Чё-то мне он не особо заходит. Чистка, удерживать, блин, его типа почистить надо. Иначе он не работает. А, давай. Все. Ищите домофон. Не думаю, что там что-то крутое. По крайней мере, вы что-то припрятали. А что он оттуда достал? 600 баксов. Доля банды 300, а моя... Ну, понятно. Все, туда базар, на. Сотням долларов это неплохо. Этот пока чистить не надо. Ну ладно. Я просто думал, ему штаты подвосстановить немного. Ну ладно. Так, что, выходим. Масочки можно убрать. Где, кстати, лошадь? Отмечаем что-нибудь дальше на карте. Что у нас тут есть поблизости? Типа три задания только до... А, вот четвертое. Да, наверное, в лагерь надо, я думаю, дергать. Дач. Ну, Леопольд Штраус — это ростовщичество и прочие грехи. Это, короче, как раз долги выбивать. Сдачем краденные облигации. Тихо посидели. Хозия. Давай Хозии. Может, он что-нибудь интересное скажет. Заебись, в розыске. Короче, как ни крути, все равно после этого задания тебя будут искать менты.
Хотя ты замочил просто бандита. Ну ладно. Сейчас мы просто... Блядь, опять менты. Надо загаситься, короче. Маленько в обход поедем. Задание занято. Ну, короче, все закрыто, все задания, пока тебя менты ищут. Это понятно. Попробуем качнуть лагерь, если это по карману вообще. Они петлями. Дорога идет через жопу. Я думаю, все-таки на сотни баксов можно хотя бы по одному уровню качать в лагере. Чтобы хоть какой-то там провиант находить. Ну, патроны там, все такое. Пригодится. Главное, остальные коллеги разбежались. Вроде со мной ехали. Ирак уже никого нету. Ой, где там Джон? Я понимаю, вот он, да, стоит. А то их хижине обрыткало. Я нашел немного денег, но больше ничего. Дробовик. И кольма нет? Пока нет. Он же тут рядом стоял, разве нет? Я в дом этот входил, и Джон находился там. Нахрен ему рассказывать еще. Ладно. Бля, какая лошадка красивая. Ничего, скоро себе такую же возьмем. Погоди. У нас что-то можно прокачать? Я вот не помню только, как вкачивать этот лагерь. Пожертвовать? Ну, давай попробуем. По-моему, в пожертвовании отдать предмет, отдать деньги и уйти. Нет. Нет, слушай, не здесь. Как лагерь прокачивать? Ладно. Может, к дачу надо подойти? Нет, это конкретное задание будет. Сейчас мы к этой кормушке тогда подойдем, попробуем с ним потрещать. Взять. Ну ладно, пожрем хоть на халяву. После того, как вы взяли миску с рагу, вам придется подождать несколько дней, прежде чем вы сможете взять еще одну. Ясно. Лихо. Кипяточку он выпил. Поговорить, разозлить. Довольно, что мы слезли с той горы, мистер Пирсон. Так и есть, только дел.
а как вот вкачать твои дела? Взять банка пива? Нет, я бы прокачался. Сколько прокачка стоит и где я сделал? Пожертвовать, создать улучшение. Так, погоди. Основной лагерь — костер. Это все закрыто. Да и здесь все. Ладно. Thanks, Pearson. Are you holding up? Это потом мы, короче говоря, будем разбираться, как улучшение бацать. Погнали, короче, к Холли. Давай на миссию. Эй, Артур. Пойти охотиться? Хозе? Хочешь пойти на охоту? На кого ты охотишься? На слона? Ах, если бы. Нет, я видел огромного медведя. Такого большого я никогда не встречал. Думаю, он весит 1000 фунтов. Боже мой. И что, мне нужно пойти с тобой? Ну, конечно, поехали. Ну, а куда мы именно направляемся? К реке Дакота. Возможно, на это уйдет пару дней. Не мешало бы сменить обстановку. Мне тоже. В последнее время все как-то тяжело идет. Вроде нет, у меня есть все, что нужно. Поехали тогда. Пахнет фильмом «Горбатая гора». Нам сейчас придется 2 дня ехать с этим мужиком незнакомым. Я давно уже хочу избавиться от этой большой шаирской лошади. Этот негодяй не слушается. Где ты его достал? Один дурак решил ограбить меня, когда ехал по своим делам. Поэтому я... Ну, ты сам знаешь, как оно бывает. Ясно. Короче, он лошадь у меня забрал. Отведем его в Валентайн. Он нам, можно сказать, по пути. Там есть неплохой торговец. Продадим его, тогда купишь себе новую лошадь. Седлай его и поехали. Опа, опа. Ладно, но эта лошадь мне как бы нравится. Нет ничего плохого в 2 лошадях. Ну давай, мне нужно снять седло со своей. Он меня не сбросит? Нет, он просто ангел пока рядом. Вот это вот задание нам откроет спаун лошадей по всей карте. Ладно, попробуй теперь расседлать скотину. Погладим для начала. Окей, бой. Ладно, садимся. Эйская. А, поехали в город, не устраивай драк салон, чтобы я об этом не слышал. Снова натираем коня, чтобы он не сбрыкнул. Короче, после этого задания ломанемся тогда на озеро Изабелла за арабским скакуном. На мини-карте обозначено, бла-бла-бла, понятно. Ну, это шарайская лошадь, она такой себе. Среднячок. А, кажется, я припоминаю. Что-то там он припоминает. Я засмотрелся. Мак чуть не завернулся тогда, когда грозился представлять весь город. Когда Дэви вырубился, мы его там и оставили. Возвращаемся на следующий день, а он проснулся и сразу же продолжил пить. Я скучаю по этим парням. И по Дженни. Была в этой девочке какая-то изюминка. Лене, наверное, тяжко пришлось. По нему не было видно, как он по ней скучает. Да, у Лени на Дженни никогда не сладилось. Как у Артура с Мартой. Или у Билла с Фил. Какие-то юморные шутки, видимо. Иногда мне кажется, что наша удача умерла вместе с ними. Чепуха. Все у нас будет отлично. Нам просто нужно немного деньжа, чтобы встать на ноги. Надеюсь, ты придумал, кому продать облигации Корнула? Пока нет. На них вызовут много подозрений. Нужно все сделать правильно. У меня есть кое-какие связи. Я пытаюсь их восстановить, что ли?
Покажите скотине, кто тут главный, Артур. Все в порядке. Да, теперь конюшня открыта. Конюшня вон там, впереди. Алексей, держи хуй веселей. Хорошо, спасибо. Буду стараться. Если нет, привезу к нему карандаш. Куплю кое-что, чтобы выманить медведя. Встретимся здесь попозже. Так. Понял. Здорово, ёпта. Опа. Отпускаем. Тихо. Мужик, я... Да, блядь, чё ж ты делаешь-то, мудак? Почему он такая неадекватная скотина, блядь, я не понимаю. Я не хотел его пиздить. Давай хоть контрольная точка. Нас возле города, по идее, должны сохранить. Блять. Сука, все сначала нам придется заехать. Ну, хорошо, что недалеко. Почему он на него напал, я не знаю. Got stolen outside that saloon in Deer Creek. I remember now. Just about. That turned into a long day. Yes. Remember? Mac went crazy, threatened to kill the whole town. Мужик через дерево не впилился. And Davey was passed out so cold we left him there. Came back in the next day and he. Я если еду на такой скорости какое-нибудь дерево, то он скорее всего полетит через коня. I miss those boys. Jenny too. She had some spot, that girl. It must be pretty hard on Lenny. You could tell he was sweet on her. Well, Lenny and Jenny could never have worked. В принципе, можно сейчас позакер забить на это задание и поехать за лошади пиздаты. Либо уж закончить его. Давай, наверное, закончим. Если я не ошибаюсь, мы сейчас действительно идем на медведя, который где-то в ебенях тусуется. Его сначала выслеживать надо будет долго, а потом мочить. Правда, вот эта новая лошадь меня смущает. Потому что она испугается Мишку по-любому. Пока едем, мне сейчас эту лошадь не дают вообще гладить. Продай эту зверюгу и купи себе лошадь. Ага. А я загляну в магазин. Да, Влад, Павлов, ты проходил кто опять? Да, проходил. На третьей плойке проходил. Приветствую, чем могу помочь? Хочу купить новую лошадь. Сильную и быструю. Вы пришли по адресу. Но сейчас есть отличные лошадки. Что насчет этой? Хотите ее продать? Пока не знаю. Бумаги на нее есть? Бумаг нет. Что ж, конечно, лошадь без бумаг стоит меньше, но вам повезло. Один мой знакомый уже давно подыскивает себе хорошую рабочую лошадку вроде этой. Он даст за нее какие-то бабки. Но я могу представить вам место где-то там. Взгляните. Угу. Продайте лошадь или ставьте ее в конюшне. Ну. Да, Влад, Павлов, может после прохождения РДР пройдешь кто опять? Может быть. Посмотрим. Так, тут тоже игра не маленькая. Я бы, наверное, с Vice City. Нет, не с Vice City, я бы с San Andreas начал бы. Где там проходить? Ну, типа, я бы прошел, короче, San Andreas, потом четвертую GTA и потом пятую. Vice City мне что-то не особо. Но San Andreas я не имею в виду ремастер, я бы прошел бы на второй плойке. На эмуляторе.
было бы, я думаю, прикольнее гораздо, чем то, что сейчас вышло, это подделка убогая. Так, информация, конюшня, продать. Продаем, короче. Нахрен она нужна? Она не вкачанная, ничего. $65. Такое себе вообще. Рысак. Ну, это фигня вся. Это средненькие лошадь. Голландскую типа вообще не купить, потому что мне баба глупая. Купите новую лошадь. Ну давай эту за пятнашку возьмем. Но я думаю, надо свою позвать, типа. Нахрен я тогда, блин, менял этот. Нахрен я тогда сиденье снял, седло, блядь. Ну ладно. Будет он коник. Сброя и услуги, товары для лошади. Вот товары для лошади, наверное, да? Посмотрим, что там есть. Яблоко, свекла, морковь, та-та-та-та-та. Симулятор. Мы наберем яблок. Моркови там. Всех этих дел. Это пригодится. 1 стимулятор, да, на всякий случай. Пойдет. Форум. Тоже. Да. Короче, берем все. Бабки позволяют. Тут потом просто за этим не бегать. Лекарство для лошади, сильное лекарство, конское зелье. Я не знаю, какое из них она оживляет лошадь. Давай просто лекарство возьмем. Вот такое тоже. Да и зелье, короче. 3 штуки. Ну что ж, приятель, по рукам. У вас отличная новая лошадь. Надеюсь. Я продаю только самых лучших животных. Но я бы так не сказал, конечно. Даю вам честное слово. Лучшие лошади можно только в Сен-Дени купить. Так, посмотрим. Вот ваши бумаги. А в подарок вам новая щетка. И лакомство для лошади. Весьма признательны. Ну что ж, не подводи того господина. Я думаю, он будет за тобой хорошо присматривать. Так, ну хотя бы седло у меня есть. Спасибо и на этом. Не так уж и много. Садитесь на лошадь. Перестать вести. Так, она... Да, ты сейчас еще попробуй за ней угонись. Следуйте за Хози. Ладно. Пока едем, мы ее немножко потискаем, лошадку. Хоть какой-то будет, пускай, уровень доверия. Потом, короче, сразу же, после медведя, мы едем за хорошим скакуном. Потому что что-то мне этот расклад не нравится. Хотя, наверное, лошадь моя еще вторая находится в этом. В находится в лагере. Так, стволы на месте. Все на месте. Карабинчик. Возьмем пока. Без рук. Точнее, без столов пока поедем. Хози все равно, короче, слишком быстро скачет, не дает лошадь натирать. Ладно. Так, тут у меня какой-то диалог. Никакого другого не приняли бы так легко.
после такого долгого отсутствия, ты же сам понимаешь. Странно, у меня была типа нормальная прокачанная лошадь. Мне нужно было пересесть на другую, не прокачанную лошадь, перекинуть на нее седло, отвезти в город, продать, остаться вообще без лошади, почти все бабки просрать на самую среднюю лошадь. Но я и так, я взял самую дешевую за $15, которая тоже будет не прокачана. Нахрена эти манипуляции, я не понимаю. К тому же мы сейчас к мишке. Да, Влад, повыв. Я вот сейчас тоже прохожу первый раз РДР. Первую или вторую часть? Мы, говорит, едем в правильном направлении. Вот озеро. Отлично, мы на месте. Давай его объедем, чтобы попасть на ту сторону. Я вот первую РДР-ку не проходил еще. Надо будет исправить. Вторую уже проходил. Да, Влад, повыв. Вторую. Where you think Mike and Lenny got to? Susan sent them out scouting. Первая РДР-ка, она вышла на Карабоксе 360 и Плойке 3, и это прямое продолжение второй части. Только вышла она раньше. Вторая часть, она как приквел. Смотри, кролики. Может, поймай одного на обед? Ладно, я постараюсь одного подстрелить. Ну давай прям со ствола его. Возьми лучше лук или винтовку. Давай тогда лук уж, раз так. Охотитесь на кролика, зашибись. Мужик будет стоять и смотреть, короче, а я, блядь, за зайцами бегаю. Охуенно. Кстати, по-моему, третья часть РДР тоже в разработке. Но они ее могут 10 лет делать. Что-то они еще заикались еще насчет ремастера до первой части. Так он тоже выйдет лет через 5, наверное. Так, ну и что, где зайцы? Они, наверное, куда-то к водоему убрали, да? О, подожди. Вот тут в кустах. О. А, ну бля, они убегают. Оп. Антонов, ща тебя конь оседлает. Нахуя? Я ему живым не дамся. Опа. Дачко зайца схватил, палец ему в жопу засунул и дернул, чтобы шкуру снять. Чумовой расклад. Так, чё, приблизитесь к Хози. Всё, что ли, одного зайца достаточно? Кинопредира. Ложись спать, молчун из ВК, сегодня третья ночь. Я уже поспал. Спасибо. Мне еще на работе сегодня всю ночь спать, нахуй ложиться-то сейчас. Так, удерживайте, кто открыт селектор оружия. Предметы. Лагерь. Все, сейчас будет горбатая игра. Два мужика, огонек, костерок, зайчатинка. Давай приготовим этого кролика на открытом огне. Они получаются очень вкусными. Я не прочь.
Откривляем. Кинопредира. И я поспал и опять в ночь. Молодец. Приготовить. Дичь. Федя, дичь. Используйте, чтобы приготовить еду. А, ну, только он сам делает. Все. Теперь жрем. Норм. Хочешь, говорит, поделюсь? Нет, не надо, не люблю есть так поздно. Ладно, после всего, что было. Приготовьте больше или выйдите из меню ремесел. Ну, а можно еще? Я думаю, у меня уже больше некуда готовить. Смотри, что-то готовит. Сохраняем предмет, да? Ну, еще что-то готовит? Когда я успел, блядь, столько мяса тут настрелять? А, пускай будет. Это единственный раз в игре, где я разбивал лагерь, кстати. Потом это как бы не требуется. Это просто механика, видимо, для еще порции. Видимо, просто механика для перфекционистов. Допустим. Еще порцию. Ощущение, что я когда-то, блядь, завалил 10 кабанов, и они у меня были просто в заднем кармане штанов, я не знаю. Все? Наконец. Мясо закончил. Ну ладно. Надо бы отдохнуть. Поднимаемся с рассветом, чтобы найти это чудовище. То есть, короче, у меня специально забрали хорошую лошадь, прокачанную, чтобы я на этом пососе сейчас ехал за медведем. От медведя лошадь сыканет и свалит от меня. То есть с Мишкой надо будет либо на мужика разбираться, либо стрелять сразу же, просто без разбора в него. Ты готов, Гарри? Дай мне еще минутку. Кофе? Огу. Держи. Итак, как ты намерен действовать? Ну, попробуем его выследить, но, вероятно, нам понадобится приманка. Медведи, разумеется, любят рыбу, а еще они страшные сладкоежки. Многие кладут приманку и подстреливают медведей с деревьев. Но я предпочитаю во время охоты стоять на месте, на земле. А это так много больше шансов сделать хороший выстрел. И если он пустится на утек, мы сможем сразу побежать за ним. Но, знаешь, а замешаешь приманку, пока я собираю вещи. Рыба, ягоды. Когда закончишь, завяжи это все в эту тряпку. Ладно. Давай. Да, готовим. Все. Хорош. Вспомнилась эта херня насчет, как типа поймать медведя. Типа надо, короче говоря, бежать между этих... между двух деревьев, чтобы он голову застрял. Он голову просовывает, застревает, он потому что жирный, не может между деревьев пройти, и ты его мочишь. Попытаемся части у воды, последний раз я его увидел там. Ну и как тебе эта лошадь? Пока что все неплохо. Знаешь, я бывал в этих краях вместе с Бесси много лет назад. Правда? Я не знал, тебе еще все не хватает? Каждый день. Вы с ней не думали о том, чтобы начать новую жизнь? Думали какое-то время, не помнишь? Наверное, ты тогда еще был маленький, надолго нас не хватило. Я снова взялся за старое, а она все поняла, она знала, кто я такой. Я помню, что ты на какое-то время исчез, но тогда порядки были не такие строгие. На самом деле, выйти из дела невозможно, оставаться в деле. Сам знаешь, это тяжело, но у нас с Бесси получилось.
Так, подожди, мужики, мне надо лошадь помыть. А то у нее статы так тратятся быстрее. Слушай, есть грандиозный план дачи сработать, и у нас хватит денег на то, чтобы выжить и уехать подальше, то мы все сможем начать новую жизнь. А давай пока попробуем поймать нашего медведя, ладно? Да, блядь, не вопрос. Давай посмотрим у воды, может он опять ловил рыбу. Че, мы мишку сначала по следам будем долго-долго выслеживать. Он где-то вот, по-моему, в тех горах, по прямой. Ищи следы, кал и кости, любой его признак. Ну тут что-то ни говна, ни кости. Так, вот. Ой. Смотрим. Поздно, кажется, он был здесь. Вот следы. Отлично, Артур. А можешь сказать, куда он направился? Пока нет. Вот, все, вижу. Попиздили. Подожди, сфокусироваться надо. Кинопредиры. Искать ковжесть игра. Да? Будем смотреть мишку по говну. Ну а как бы ты в реале медведя выследил? Шерсть он, блядь, допустим, не оставляет зацепленную за ветки сосны. Не кричит особо. Его по говну бы только в реале и выследил. Так. Да. Короче, ёбаем куда-то вот сюда. Оп, еще говно, да? Говно это не особо, кстати, похоже. Это рыба. Минутку, на земле что-то есть. Тут недоеденная рыба. Наверное, наш приятель ее бросил. Давай, посмотрим, есть ли еще что-нибудь. Так, это все здорово. Но я что-то с одним пистолетом пошел. Ну-ка. Где наш? Лошадка? Надо хоть карабинчик с лошади взять. Медведь дело такое. Погоди. Оружие на лошади. Берем карабин. Потому что на его нахуй. Так-то мишка с ваншотить может. Кинопредиры. А вдруг кто кал не мишки будет? А эти как распознать, ведро или два? Эти как раз распознать, ведро или два? Ну, я не знаю, я на эти как бы нет. Если он, блядь, существует, то мне кажется, по говну ты его не найдешь. Он закапывает. Так, тут на земле что-то говорит есть. А вот это уже говно. Кинопредиры. Ах да лайк. Угу, спасибо. Медвежье дерьмо. Оно совсем свежее, он где-то рядом. Я чувствую, у нас в тонах тоже дерьма поприбавится. Но он стопудово здесь вот где-то между камней. И след пропал. Так, это все подозрительно. Черт, похоже, следы заканчиваются здесь. Мы его потеряли? Пока да. Не отчаивайся, Артур. Ну, что скажешь? Думаю, стоит разделиться и поискать. Ну, или можно положить приманку прямо здесь. Это может сработать. Что ты выберешь? Давай, наверное, приманку. Нахер разделяться-то? Давай положим приманку. Короче, если в кале шишки, то мы рядом. Положим приманку прямо где-то вот тут. Где-то вот там. Медведи же не только шишки жрут. Там, допустим, у него рыба может быть. Еще что угодно. Я не знаю, я в медвежьем дерьме не копался. Так. Сувениры. Приманка вот она, да?
пользы. А теперь мы будем его ждать. Давай-ка мы. Кинопредира. Ягель. Тут природа не позволяет ягелю расти. Кинопредира. Ха-ха. Ягель в основном на севере. Вот им. А, нет, подожди. Ягель в основном на севере растет. Тут видишь. Тут как-то вот. Не очень похоже на природу, чтобы ягель был. Кинопредира. Есть в чате коловоды хоть один? Фус. Я не знаю. Ждите медведя. 1000 фунтов, говоришь? Более-менее, с большим шрамом на морде. Ну, значит, он какой-то... Как думаешь, эта приманка подойдет? Думаю, да. Это ведь ты у нас эксперт. Стрелять готов? Готов. Ты в порядке? Нервный ты какой-то. И ты тоже. Не, я в порядке. Я бы где-нибудь поудобнее позицию бы занял. Давай проверим приманку. Ну иди, блядь, проверяй. Самый умный, что ли? Мне только что разложили. Я знаю, но нам нужно сделать это правильно. Мишка как выпрыгнет он с того камня, да и все. Прям за жопу его схватит. Кинопредира. Я вижу, у тебя ковбой сквозь ветку напирает сох уж эти баги. Нормально. Но это не баг, кстати. Это с физикой проблема. С физикой предметов. Где Мишка-то? Кинопредира. Чую, Мишка будет большой. Да, мне кажется, я его с двух патронов, наверное, не вложу. Либо он в тупую сзади. Стой, ты на камень залезть, вот допустим. Нет, мне нужно прям к чуваку, походу, подойти. Я бы прям с камня его валил. Блять, охотник ебаный. Ладно. Приман, посмотри. А, подсоби мне. Нож есть? Сейчас Мишка вылетит. О, какой. Злющий. Кинопредир. Раз-два ведра кап. Значит, Мишка не маленький колод. Да хуй, я его не догоню. Кинопредир. Я бы его с гатлинга валил бы, а не с камня. Я бы с удовольствием. Но дело в том, что Артур по скрипту выточил только пистолет. Ружье я приготовил, но он им не воспользовался. Ты цел, старик? Конечно, я цел. Пустяки. Все нормально. Спасибо. Наверное. Это было интересно. Кинопредир. Знаешь что, Артур Морган? Староват я уже и дряхловат. Чтобы гоняться за такой крупной дичи. Забирай. Что это? Карта. А мне ее дал один человек в баре. Вернее, я у него стащил. Но это сейчас не важно. Он говорил, что по ней можно найти очень крупных зверей. Спасибо. Пожалуйста. Ты спас мне жизнь, Арт. Я двину обратно в лагерь. Зализывать раны. Ты со мной? Или пойдешь искать это чудовище? Я не знаю. По-моему, его довольно-таки непросто найти. Но давай попробуем. Увидимся в лагере. Короче, я сейчас с легонца пройдусь, куда в сторону он свалил. Если его там нету, то искать его бесполезно. Ну, как бы полезно, но мне все равно с этого ничего не будет. Но шкуру, не знаю, она будет, скорее всего, поврежденная, потому что я ему уже там в морду настрелял хрен знает сколько. Okay, then. Don't seem close.
Давай пройдемся. Прямой. Опять говно. Мишка съебался в лес, роняя ка. Он Потапыч ходит. Да? Это же он. Ну-ка, иди сюда. Легендарное животное. Продайте шкуру охотнику, который изготовит из нее уникальный костюм. Да запросто. Тихо, я шапочку потерял. Шапочка — это важно. Все брюхо в крови. Спину это разодрал была мне. Крайняя ошибка. Спину мне расхерачил только. Так, ладно. Слушай. Давай дичи пожрём. Федя, дичь. Все, статы все на месте. Давай, короче, освежуем Мишку. Сейчас, наверное, гринписовцы взбесились на Rockstar за такие кадры. Кинопредира. А да, мишки такие глупые, после свинца всегда терпеливо тебя ждут за углом, ха-ха. Но он особо далеко не свалил, он там что-то пасся, бегал. Ну и все, хана. Мясо крупной дичи, 5 штук. Но я не думаю, чтобы он тут, кстати, на мишке-то много мяса получил. Медвежатина особо-то не едят. Ладно, попробуем продать. В Валентайне. Где там конь мой? Иди сюда. Сейчас мы в Валентайне попробуем продать эту шкуру. Много, конечно, за нее не это. Взять часть этого животного, так как вам некуда сложить их. Кинопредира. Пасса после свинца и отлаживал кал. У него шкура испорчена. Как бы я не знаю, что с нее можно взять. Ладно. Посмотрим, что из этого можно изобразить в целом. Я когда первый раз его проходил, мишку этого не смог завалить. Он просто от меня удрал и все. Я его искал, короче, больше не видел. Ага, мишка замочит. Давай, мы, короче, где у нас? Кинопредира. Надо Валентайн. Ну, как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клоп. Девольфо от bmd.gg. Доброго времени суток. Здорово, Вольф. Вот, короче, мы сейчас сначала вот сюда, в Валентайн, мяснику сдадим шкуру. И потом... А потом сразу же через Валентайн мы ебаем к озеру Изабелла за лошади заебаты. Будем ее приструнять. Погнали. Что-то мы какие-то ебеня, конечно, с мужиком заехали. Стой. Что там за активности такие? Кто такой? Надеюсь, ты тут не золото ищешь? В этих краях ни одной крупинки не видел. Ну, потрещим давайте. Так, поехали. Ну, покажите мне золотко.
Да ни хрена там нет. Ну, удачи. И все? То есть они взяли, прописали целого чувака, анимацию. Ну что, похоже, это еще одна гора дерьма. Ладно, добавим немного волшебства. Ну, давай, давай. Ну, хоть что-нибудь. Я буду рад даже окурку. Ладно, подождем, может быть, что-то изменится. Я с тобой по-хорошему, плати и ты мне добро. Он, блядь, с землей разговаривает. Черт, стой, ты смотри. А, вот у кого золото. У кого сегодня золото? Йо-хо, у меня золото. Он нашел что-то. Ты смотри. Представляю, как Текс это увидит. Ну и лицо у него будет. Подожди, мы только поговорим. Похоже, ты все-таки нашел, что хотел. Поздравляю, друг. Да, размером почти с гальку. Не знаю, чему я так обрадовался. Не буду я его грабить. Нахер мне поломанная карма из-за этого мужика. Там это золото, блин, кусочек маленький, самородочек. То, что он нашел, он стоит херню. Как бы. Мне он мишка, наверное, легендарный, дешевле, дороже обойдется. Кстати, опять лошадь грязная. Вечно она пачкается буквально каждые 2 метра. Все? Помылась? Помыл. Поехали. Если сейчас на меня пума нападет, короче, эта лошадь меня сразу же сбросит, и мне пизда. Такое уже было дважды. Они просто бросаются с этой, с чаще леса. И все, и нихера ты с ней не сделаешь. Она сначала лошадь атакует, потом тебе в морду вцепляется и туби пизда. А застрелить ее тяжеловато. Давай, наверное, мальца коняку потрем, да? Тут притормозит. Да лошадка-то повыдохлась уже. Мне еще в зимний биом на ней пердолит. Вот она опять грязная. Серьезно? Короче, блин, статы у нее просто никакие. Ну, блядь, она и стоит, в принципе, 15 баксов, это немного. Вот я сейчас хочу поймать лошадь, которая стоит косарь. Самая дорогая. А? Еле с мужиком разъехались. Маленько притопим, но не так, чтобы сильно. Как она еще кубарем не летит под таким углом, это странно вообще. Можно разогнаться. Кстати, если я не ошибаюсь, то что вот этот мужик, который кусочек золота нашел какой-то самородок, если я не ошибаюсь, я сегодня про него видел. Он приедет в какой-то дом, и они со своим корешем посрутся и друг друга замочат. И вот этот кусок золота будет там на столе валяться.
Золотая лихорадка, что делать? Я второй раз этого мужика уже встречаю. Так. В прошлый раз, когда эту бабу пропустил, у меня карма упала. Кто такая? Да нахрена ты залезаешь? Внимаем. Давай бросим ее, бабу распечатаем. Освободить? Вы серьезно не станете меня развязывать? Да, подожди ты. Слава богу, вы появились как раз вовремя. Он мне такими вещами угрожал. Ну и ебнул мне, конечно. Спасибо, все в порядке, мэм. Все уже позади. Ну, карми плюс. Серьезно, она на этой ждой лошади и поехала? Ну, ебать, счастливого пути, тихо там, волчара какой-то. А нет, это не волк. Так, ну давай бандита этого тогда, мы тоже шмананем. Чё он, чё за такой? Кто такой? Блин, надеюсь, карма не упадет. Карма не упала, норм. Чудо зелье какое-то еще. Вот подобных активностей тут в игре очень дохера. Но типа надо думать, что делаешь. Если баба, допустим, бабу везут менты в клетке, как жирафу, и она орет типа спасите, помогите, то иногда лучше не вмешиваться, потому что ты типа против закона пойдешь. Подобными вещами лучше поаккуратнее. Но если бы вот эту бабу я бы сейчас пропустил, у меня бы карма упала. Че там, где город-то? Долго еще пердолить? Ебать, ну, прилично. Причем можно прям на ходу, короче, запрыгивать в повозки на чужих лошадей, там, давать в морду прям на ходу. Такой в этом, в рутаж. Типа вот так пинаться, короче. Если кто помнит, на Сеге был три части игры рутаж. Там они тоже так ногами легали противника. Это у нас Валентайн. Где-то тут у нас чувак, которому можно продать шкуру. Hello, mister. Аккуратненько. Если кому-то лишнему тут в морду дать, то тебя просто менты потом заебут. От них откупаться, по-моему, 25 баксов в данный момент. Так, добрать. Шкура медведя. Сейчас посмотрим, что он мне за нее предложит. Типа шкура легендарного медведя. Опять же. Но слишком много дырок, я так думаю, в нем. Продать. Допустим. Мясо крупной дичи. Ну вот он, да. Три звезды, даже одна, вот одна звезда. А нет, это плохая кроличья шкура.
можно применить для изготовления предметов. Но он почему-то, короче, ее никак не взаимодействует с ней. Подожди. Вот это я, главное, кролика могу продать? А мяса нет. Ой, точнее, шкуру медведя нет. Продавцу не нужен этот предмет. Ну и что мне, блядь, тогда с ним делать? Ладно. Хер бы с ним. Короче, поехали за лошадью. Легендарный. Тусуется она вот тут. Ну, переодеться. Так, предметы. Угу. Переодеться можно. Поехали. Шарашить туда долго и упорно. Можно там и заодно до флаку доехать и у него стол отнять, перебив там всю шайку лейку. По идее, вроде больше по заданию в тот биом не придется ехать. Там с левой стороны у нас блаженный в реке плещется, с ним потом задание будет. Задание, или я там так просто к нему подходил, хер знает, не помню. Он там находится в определенные часы. Лошадь грязная. Сколько можно-то, а? Hey, mister, Покуха. Моя лошадь умерла, я застрял тут. Помогите мне, мистер. No talk, eh? Чему болтать, а? Понятно. Замдон. Решил меня грабануть? Да я сейчас сам тебя грабану. Да, чё, почистим ему карман. Не всегда, к сожалению, попадаются на дороге нормальные личности. Некоторые хотят тебя ограбить. Okay, yeah. Ну, примерно отсюда уже можно переодеваться. Хоп, в тулупчик. Приоделись моментально. Бля, тут волков дохуя, кстати. Если что, лошадь скинет.
Чё там, долго до туда ехать-то? Ну да, еще прилично. Короче, вот это вот белый арабский скакун, он тусуется возле озера Изабелла, и есть 80% вероятности то, что он там зареспавнится. Типа это легендарка, короче. Если этого не произойдет, то, как пишут в гайдах, сгоняйте, поспите. Игровые всякие штуки обновятся, и попробуйте еще раз. Посмотрим. Опять лошадь грязная. От чего она, блядь, от снега испачкалась или? Что-то лошадка орет подозрительно. Угу. Здесь уже этого мужика нету. Здесь мужика на вот этом камне, который снегом покрыт. Волки трепали. Видимо, это одноразовое событие. Так. Давай только мы, наверное, вот в объезд пойдем. Там, потому что обходить до хера что-то. Ну-ка по карте. Надо чуть левее. А ну хотя тут горы, в принципе. Так, вот здесь мы спускаемся. Потом еще. Подожди. Что-то как-то не то. Прям по метке надо ехать, иначе можно заплутать среди гор. Местность неровная. Тут, кстати, очень просто коня тут просрать. Доверие лошади увеличено. Ну, спасибо, блин. Беспонтовая лошадь сама по себе качается. Я не против, конечно. Пускай. Так. Приехали. Приехали мы на это озеро. Мужик, здорово, шкура медведя не нужна. По дешевке отдам. Ладно, погнали. Погнали лошадь искать. Она может быть на горе, под горой, практически где угодно. Но должна быть именно с правой стороны. Где можно выследить легендарное животное? Охотясь на этого зверя, разыскивая и изучая его следы. Я так понимаю, это лошадь имеется в виду. Ну-ка посмотрим. Нет, это почему-то имелся вот этот буйвол. Ладно, пошли дальше. Обычно лошадь вот эту вот ловят где-то вот на этом пригорке. Если она, конечно, появилась.
Нихера. Я вот что-то никого не вижу. Разводят, суки. Лошадка. Да. Я не знаю, почему ее тут нету. Может, типа времени подходящее? Да, Влад, Павлов, ты проходил RDR1? Нет, первую не проходил, проходил только вторую. Ну, вот она. Но по первой части мы это обязательно дело исправим. Так, подожди, какие нахер настройки? Лошадь нашлась. Главное, короче, ну отдельно попробую ее сохранить. Сейчас попробуем, главное ее не спугнуть. Тихо, какой прицелиться? Так, 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 лассо. Мне надо очень аккуратно подходить. Да, заебись, она уебала вообще на другой берег. Отлично. А Артур Морган плавать не умеет. По-моему, лошадь-то тоже не очень. Она забраться не может. Какая-то туповатая лошадь зареспавнилась. А, ладно. Главное ее из вида не упускать. Сейчас попробуем мы ее прямо в воде охомутать. Тихо. Почему она удрала в воду вообще? Я не знаю. Эй, hey, where are you going? I ain't gonna hurt you. Тихо, не нервничай. Попробуем ее спасти, конечно. Че она, блядь, в воде делает, я не знаю. Обычно ее, блядь, ловят на суше. Ее надо оседлать и все, как бы. И продержаться на ней 30 секунд. Почему именно она у меня в воду поперлась, я не знаю. А может быть, она какая-то ебнутая. Как мне ее тогда оседлать, если она в воде? Ты что там делаешь, блядь? Пони? Изучи. Рабская. Это то, что надо. Тихо. Stay calm. Whoa, whoa, wait. Ну не уходи, ты на лошадь. Уебала куда-то. Я, наверное, тут хуй пройду, да? Это падло на другом берегу. Так. Вот тут как-то можно пройти. Надеюсь, она сильно не удерет. Но, так как она на суше, у меня хотя бы есть шанс реально ее оседлать.
Давай бегом с воды вылезай, сейчас еще, блядь, эта хуйня закончится. Нужен какой-то тоник с энергией. Причем хороший. То. Да, я думаю, ром подойдет. Так, где лошадь? Вот она. Давай мы еще разок сохранимся, потому что... Ее можно тупо не поймать. Потом ее ищи, блин. Какая-то она зареспавнится тут. Таким макаром мы сэкономим целую $1000. Хорошие деньги. Главное ее не спугнуть просто. Yeah, let's try that again now. Ну, буквально по два, по три шага лучше подходить. Don't worry. И спамить на кнопку успокоить. Потому что нас брыкнет вообще на раз-два. Чуть-чуть в сторонку. Вот так вот. Тихо. Аккуратненько. Надо ему лучше постоять чуть-чуть. Тихо. Ну не уебывай ты никуда. Главное из виду не упускать. Может, на нее сразу, блин, лассо накинуть. Ушла. Бля, шустро она ускакала. Неужели остановил? Так, я, короче, пока не на корточках буду подбираться к ней. Потому что на корточке встаешь, это ее еще больше бесит. Уже пойматься рада бы. Проблема будет ее еще оседлать. Я этого никогда не делал.
Stay calm. Спокуха, спокуха, Джексон. Когда лошадь нажмите Е, я понял. Волки еще орут где-то с правой стороны. Поднимемся. Тридцать секунд. Блять. Ну и где она? Сквалтер 51. Добрых вечеров. Здорово. Тебе тоже добрый вечер. Куда она удрала-то? Вон он. Давно эту падлу сегодня оседлаем. Только не совсем понятно, короче, надо ли ее успокаивать во время того, как ты ее оседлаешь. Или просто удержаться на ней. Так-то кнопок не хватит, блин. Блин, она еще дальше уебала. Где лошадь? Эй! Вау. Ну сейчас так и будем с ней бегать вокруг озера, пока у меня не получится ее оседлать. Какой, блядь, напряженный момент. Я думаю, откуда у нее веревка? Это же я накинул уже. Сейчас попробую просто ничего не успокаивать, ни хрена, просто на нее залезть и просто продержаться на ней 30 секунд. Аккуратно, аккуратненько. Спокуха, спокуха. Еще можно ее погладить? Так. Это что-то добавляет интереса? Я так могу ее хоть до вечера гладить. Ну, допустим. Я ни хера не вижу. Да не тут, блять. Какая-то залупа. Скидывает и все. Hi, girl.
Она быть должна уже, я не знаю. У меня, блядь, чуть ли не ручная. Я ее наглаживал тут во все. Мы там, блядь, с ней, наверное, друзья должны быть уже. Лошадка, мы с тобой братья. Ну погнали. Блять, я из-за деревьев нихуя не вижу. Ну какого хера? Сколтер 51. Нам мини-игра роди. Типа жмешь назад и в противоположную сторону, да, движению лошади. Только, да, жми, когда она начинает поворачивать. Не раньше. Я понимаю, что надо в противоположку жать. Надо просто понять, в какой момент это надо прожимать. Ну, типа, прочувствовать вот это вот окошко, короче. Когда она позволяет. Окей. Okay. Now. Stay calm. It's okay. Я думал, что раньше проблема ее найти. Но, блядь, сейчас основная проблема ее реально просто удержаться на ней. Stay calm. Hey, whoa now. Вот нихуя же не видно. Что за подстава? Отлично. Hey, stop. No, no. Я просто выебался в дерево скорее, чем она меня скинула. Да. Может, хоть тут поровнее будет. Где она? Угу, ну там аж за деревьями. Я знаю, тут деревьев поменьше. Надеюсь, не долбанёс. Вообще, она по скрипту выше не заберется уже. Да твою мать. Ну и долго, блядь, я за ней буду рысачить тут по лесам, нахуй, да?
Да хуй там она не успокоилась еще. Пиздос. Okay. Stay calm. It's okay. Вот чуть-чуть к ней подходишь, она не так психует, это понятно. Я прям спамлю кнопку успокоить просто. Потому что мало ли. Вот сейчас рядом деревьев вроде нет особо. Но есть камни. Я не знаю. Я же ее уже наглаживал, я не знаю, блин. Тихо, 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 тихо. Все, наконец. Ух. Да, это было непросто. Неужели? Сейчас мы хотя бы один этот пункт доверия. Заработаем потихонечку. То вдруг она решит еще удрать. Либо она. Ну, мне надо на нее как-то село еще же за эту захерать. Потихоньку, короче, поедем к моей лошади. Сейчас попробуем просто сумку перебросить. Должно, по идее, получиться. Первый уровень. Сквалтер 51. Когда начинал играть, поехал на поезде, а лошадь за мной бежала. Где-то она в столб уперлась, ее поезд сбил. Я спрыгнул. Поднял седло и минут 40 бежал с седлом в руках до конюшни. А у меня тоже что-то подобное, такая история была, короче. Тоже что-то с поездом связано. У меня какая-то лошадь была, и я прям прямой наводкой, что ли, в поезд вхерачился или что-то такое, короче. Лошадь в одну сторону, я в другую. Ну и пизда, короче, лошади. Зря я ее прокачивал только. Так, дед моя еще должна быть лучше.
потом можно доехать до Валентайна, в принципе, и какой-нибудь апгрейд потом. Надо, по идее, надо скупщика. Надо скупщика разблокировать, чтобы слитки золотые ему продать. Слитки есть, бабок нет. Парадокс, да? Потом уже шмотками прибарахлиться там, патронами и всем остальным. Главное что, лошадь я поймал. Один пистолет заебатый есть. Остался еще один ствол. На лошади уже косарь, считай, сэкономил. Я рассчитывал то, что уже все, кирдык, придется покупать. Так, приехали. Давай попробуем переложить все это дело. Достать с лошади карабин, мой груз. Сквалтер 51. В рации, по-моему, сразу разблокированный скупщик. У меня нет. Я подошел, короче, к скупщику, который должен быть в деревне. Он, короче, ко мне только драться лезет, и все. Он пока никак с ним нельзя взаимодействовать. Так, отпустить, кормить, чистить, снять седло. Вот, это то, что надо. Все, до свидания. Ты свободна. Добби свободен. Так, теперь кормить. Да нет, давай сначала почистим. Как-то так, лошадь-то грязная. Так, все. Нет, еще можно чистить. Там, зачистим до упора. Потом покормим. Хорош. Ну и заодно погладить. Гладить лошадь придется еще долго. Хорош. Он сразу сколько у нее выносливости и так далее. Ну, что сказать, это арабский скакун. На то он и стоит касать. Так. Пол дела сделан. Теперь. Блин, я вот думал, может флаку сначала съездить, сейчас пизды дать. Ну его, все равно, в принципе, второй кобуры пока нету. Не откроется она не скоро. Поехали, наверное, в лагерь. Шкуру медведя надо куда-то пришпандарить. Сквалтер, ты случайно не подскажешь, куда шкуру медведя легендарную испорченную деть? Мяснику она не нужна, говорит. Соответственно, наверное, что-то из нее можно сделать. Но. Только что. Сквалтер 51. Все, легендарный охотнику продавай. А где у нас охотник тусуется? В Валентайне его случайно нет? Он как-то должен же по-любому вроде обозначаться. Я вот не забыл, какой знак там у охотника. Либо он потом по сюжету мне его покажет. Я буквально до сюжетных миссий, наверное, 2 или 3 прошел. Сразу же ломанулся коней добывать, да пистолеты себе козырные. Ну, потому что знаю, что мать его это пригодится, потом проще просто будет.
Просто есть ли резон мне сейчас покоцанной курой медведя ездить, если до охотника еще типа далеко? Она тупо мешать будет. Ну как сказать, мешать? Не особо, конечно, но как бы она нахрена, если, допустим, ценности у нее там, не знаю, пару баксов. Смысл ее с собой возить не вижу вообще тогда. Единственное, если только это легендарка, то что, может быть, с ней что-то сделать можно. В лагерь все равно через Валентайн поедем, можно будет заехать на конюшню, что-нибудь приобрести там, забавно. Сквалтер 51. Есть в Сан-Дене, есть возле Страубери западнее и восточнее. Он сразу должен открыть быть. Там лапа на карте отображается. Ладно, глянем. В Сан-Дене еще закрыт. Страубери. Помнить бы, он находится. Аннесбург. Траубери у нас, по-моему, где-то западно, юг-запад, где-то тут. Нет, по-моему, у меня сейчас еще карта закрыта. Я не знаю, где Траубери искать. Лап тоже обозначений пока нету никаких. Да. Ну, конюшни, по-моему, нет. Не все конюшни отображаются. По-моему, вот на ранчо Эмеральд у нас тут. Да, на ранчо Эмеральд. 51. Вон у тебя есть. Вот этот. Охотник, ну, в натуре. На ранчо Эмеральд у нас появляется скупщик. Он пока дерется только со мной. Поблизости что, охотников никаких? Ну и ладно. Значит, пердоли вошел сюда. Да, не ближний свет слушает. Ладно, поехали. Сен-Дени, кстати, у нас самые козырные конюшни. Ну, типа, самые крутые лошади только Сен-Дени продаются. Но у меня это закрыто пока. Самое начало. Пока еще все закрыто. У меня лошади-то вот только вот с этой миссии предыдущей появились. Ну, в смысле, зареспавнились на карте. До этого я только что только не делал. Где только не искал. И просто нету. Но зато теперь я знаю, где тусуется у нас арабский скакун. Красный, ой, блядь, красный. Арабский скакун белого цвета и черного. Пока доедем, да, наверное, чуть-чуть ускоримся. А то что-то этот биом не очень дружелюбный, я смотрю. Тихо.
Надо, я думаю, переодеться. А, не туда. Засмотрелся я маленько. Бля, там волк, что ли? Пустолосы не прокачаны. Сейчас, если какую зверюгу конкретную, ну, какую-нибудь борзую зверюгу встретить, он же скинет сразу же. Будет не очень весело. Кстати. Помню, что где-то трупешник такой распятый вам висеть будет под мостом. Только где этот мост, хер его знает. Стой. А, это блаженная у нас. Потом. Он все равно никуда не пропадает. Сквалтер 51. Лошадь надо пришпоривать в такт стуком копыт. Она так выносливость медленнее теряет. Это мне в трех ей главе только сказали. Хм. Я не думаю, что прям такие тонкости, это очень прям важно. Потому что, ну, у этой лошади, в принципе, ловкости, точнее, выносливости довольно-таки дохера, как бы. Я не думаю, что прям очень нужно это там делать, прям. Это может быть, знаешь, там, если ты, допустим, в каких-то скачках участвуешь, и тебе надо очень-очень четко высчитывать, прям, чтобы обогнать соперника, чтобы он это... чтобы он тебя точно не обыграл там и так далее. Но я пока не думаю, что до скачек мне очень далеко, точнее близко. Так, покупка лошадей, сбруя и услуги, снаряжение, седло. О чем седлушка-то? Обычная улучшена. По-моему, это никак вообще не влияет, да? Как их сравнить вообще? Или это просто по этому? По виду. По виду вот это самое козырное так. Сидельные сумки. Стремяна. Рожки, потники, матрас. Ну давай, седло, короче. Вот допустим. Седло. Вот мне вот это нравится. Она просто, ну, прикольно выглядит. Покупаем. 85 баксов. Только цвет надо выбрать. Ну, конечно, такой лошадке, по-моему, вот это подойдет. Но черный тоже неплохо. Давай такой. Хорош. Так, сидельные сумки. Улучшенные. Ну, пускай тоже черная будет, раз уж такая пьянка. Choice, хороший выбор, сэр, говорит. Стремяна. Угу. Смотрим по статам. Ну, самый оптимальный это вот это. Давай берем. You must be a connoisseur. Please give money to the orphans. Remember... Сквалтер 51. Влияет. Там расход меньше и реген больше. Это на улучшенных, и эти статы видно только в меню персонажа, по-моему. Не знаю, я вот серьезно, за первое прохождение я вот не встречался с такой проблемой, что прям это вот очень прям важно. То, что в такт отбивать вот эти вот лошадь, типа, медленнее выдыхается.
По-моему, просто берешь самую пиздатого коника, как бы, и он уже, типа, априори самый крутой, как бы, и ты можешь далеко многих на дороге, уже если там тебе попадаются какие-то черти насчет того, то, что начинает там на перегонки с тобой состязаться, ты уже их можешь обосрать, как бы, в любом случае. Что... Так, ну вот эти потники, они особо тут незаметны. Я знаю, просто она вскидку, вот, Диабло, пускай будет. Ничего там такого нету. Матрас. Да разницы, короче, никакой. Все, хорошо. А, подожди. Сброя и услуги. Уход. Комплекс. Давай почистим лошадку заодно. Вот так. Пускай я буду звать лошадку. Теннессийская. Это была уже. Все. Хорошо. Лошадь, я думаю, вкачана, и если ее не просрать, мне она хватит до конца игры. Все, я думаю, можно даже сохраниться по этому поводу. И поедем, короче говоря, охотнику сдавать в курьё. Странно, даже не вешает никого. Ты на праздник, что ли? Обычно тут частенько, чуть ли не каждый день этот эшафот работает. Сегодня, видимо, не сезон. Но я одному человеку там, я помню, помог на виселице, отстрелил ему веревку. Он потом бандюгой оказался, но с баблом, со мной поделился. На карме особо, конечно, не там положительную сторону не сыграло, но так, для разнообразия. Че надо? Сейчас усатый, по-моему, допиздится, я ему глаз прострелю. По идее, шкура медведя должна, уже давным-давно испортиться. Смотри, какого мы нашли. Отправьте его на тот свет, парни. Да, конечно. Эх, не вижу. Где эти пидоры? Надо было, наверное, слушали срезать. Хотя, не знаю, первый раз нападает на меня. Поперли, короче. Выбросили легендарное животное. Необходимые части шкуры для создания предметов. Ну и где ее бросил, интересно? А чем я предупреждал, то что она просто свалится когда-нибудь у меня и все. Заебись. Сквалтер 51. Шкура. Она в любом, да, случае слетает, если ты подыхаешь.
Я так понимаю, что мне ее уже больше не найти. Меня где-то вот тут замочили. Да, пиздарики. Хуя с ней мотался тогда вообще. Я и так-то от нее, конечно, много не ожидал, но... Давай, к Штраусу. Ой, карта. Я, по-моему, метку не поставил. Да. Я еще немного времени есть, так что я думаю, за Штрауса мы еще сбацаем квестик. Хер с ним с этой шкурой, короче. Штрауса на 10 лет. Но все равно, если бы я что-нибудь такое, ну, козырное бы вез. Какой-нибудь пидорас просто рандомно на тебя нападает, а шкура слетает сразу же. Заебись. Это нечестно. Может, ты там ее добывал 10 лет. Хотя я просто рандомное событие может завалить. Такое себе. Джон, че орешь? Свои, епта. Привязал. Ну, он как-то себя странно ведет. Сквалтер 51. При смерти лошадь теряет весь груз. Ничего страшного, просто в деньгах потерял. У охотника она и так появится. Легендарные шкуры нужны на крафт костюмов у охотника. А всякие когти-клыки это талисманы. Угу. Ну, крафт костюмов, в принципе, он мне особо не нужен. У меня сейчас 6 слитков золота. Один маленький и 5 больших. То есть $3000 у меня как бы есть на кармане. Только надо скупщика активировать. Так что... Если бы я сейчас получил за замусоленную шкуру легендарного медведя $3-5, я думаю, это такое себе, зато херачить через пол карты. Это время. Ладно, хер бы с ней. Герр Морган, мистер Штраус. Заняты, друг мой? Нет, конечно. Я всегда свободен. У вас раздали кредиты. Сами знаете, положенцев люди с удовольствием берут деньги в долг у таких, как я. Но отдавать долги почему-то предпочитают таким, как вы. Не мудрено. Кто вам задолжал? Сейчас посмотрим. Чик Мэтьюс работает на ферме Гутри. Кажется, он помощник. Мистер Вруби. Мелкий собственник на ранчо Багряный что-то там. Управляет там делами, но плохо. Мисс Лили Милли, служанка на ранчо Эмираль. А я-то верил россказням Датча, что мы помогаем людям. Это легальный бизнес, мистер Морган. Должникам место в тюрьме. Мы просто оказываем им услугу. Обязательно расскажу этим людям, как им повезло. Кладите деньги в ящик, старайтесь их не убивать. Это нам очень невыгодно. Заберите долг у одного из Изза. Ну, пойдем куда-нибудь. Еще немного времени у меня есть пока. Вот можно на ближайшую ломануть. Мистер Вруби. Погнали туда. Че тебе надо? Да че надо? Одна из девушек видела неподалеку вашу знакомую Мэри Гиллис. И че?
Она никогда не нравилась, мистер Морган. Странная птица. Я думаю, пошла ты в жопу. Вот и все. Окей, girl. Horse looks healthy. Поехали. Поехали уж. Бамбурики выбивать. Нужно особо не торопиться, пока лошадь потискает. Где-то здесь у нас сгоревшая, сгоревший какой-то маленький городишко. Вот там вот я первый цветок золота нашел. Там, у шерифа. Под столом. Вон это, город сгоревший. По-моему, это он. Где мужик, что надо? Эй, дружище, идите сюда, посмотрите. Ну давай, посмотрим, что он. Дар самой матушки природы, как ничто другое, помогает собраться с мыслями. Как скажете. Я так считаю, зачем покупать табак, если можно заготовить его самому? Угу. Ботаник, спасибо. Все? Если что, тут еще много осталось, а я поеду, пожалуй. Но мне сдается, мы с ним еще не это, ни разу будем встречаться. Черт, спасибо, наверное. Да, вот это вот сгоревшая деревня. Вон там, с правой стороны, шериф тусуется, ну, тусовался. А вот у него, у шерифа, с левой стороны под столом сейф. Там слиток золота на эту тихоту. Easy, girl. Так, надо куда-то наверх, да? В этом секторе видели одного из должников Штрауса. Обыщите сектор и постарайтесь получить долг. Так, ну давай. Подожди. Блин, зачем-то опять на лошадь, ну ладно. В доме, наверное, вряд ли кто-то будет. Тук-тук, мистер Вробель. Попозже, прошу прощения. Как вы оказались в моем доме? Проклятие. Конфликтовать. Английский? Говоришь по-английски? Я Силезия. Верхняя Силезия. Да, рад за тебя. Я пришел за деньгами, которые ты занял у немца. А немецкий? Добрый сэр, мы будем беседовать на языке империи. Немецкого я не знаю. Я пришел за деньгами. Деньги, которые ты занял у Леопольда Штрауса. Да-да. Леопольд Штраус. Да, именно. Пора платить. Где они? Нет, ничего нет, очень плохая зима. У всех была плохая зима, приятель. Ну, где они? Нет, нет. Давай просто угрожать. Помнишь, где хранишь серебро? Дайте мне время, я достану деньги. Все равно я тебя не понимаю. Угрожать опять. Лупить его не будем, наверное? Или все-таки разок треснуть ему для приличия?
Где деньги? Золото, доллары. Не руб тего. Не надо, ничего нет. Давай скажу. Может, подговорчивый стать? Я не помню. У кого-то деньги есть, у кого-то нет из трех. Не помню. Давай еще. Угрожай. Бабки давай. Не иметь деньги, но иметь это. О. Это хорошее, хорошее, ценное. Это Варшава, да. Я беру твои вещи, да? Они здесь или где-то еще? Ограбьте дом. Что делать? Давай. Зет. Очень ценная, говорит, пока хорошо. Подожди. Я тут совсем с этим как его. Пустой хожу. Сейчас я скоро могу подохнуть. Так, так, так. Где у нас еда-то готовая? Рекер, не то. Прикос. Ну да. Нет, подожди. Это все для лошади. Пойдет. Подсчет. Еще бы, наверное, да? Я где-то еду готовил, куда она делась? По-моему, вот это. Нет, это уже... Короче, давай хоть что-нибудь сожрём, как-нибудь. Это ли? Нет. Это для лошади. Пойдет. Смотрим. Don't even speak English. Да нет, у него, скорее всего, нихуя, он нищий, как этот. Может быть, даже придется во втором домике порыться. Чем дольше я ищу, там что-то там. Да, Влад, повыв, что как прохождение проходит, просто уходил ненадолго. Так вот, пошел первый должок выбивать. У нас мужик отказывается долги отдавать. Иди, говорит, смотри, что угодно, у меня денег. Не надо. Мне нужно должен есть, Проус. Долг возвращен. Ладно, пожалуй, этого хватит. Положите в долг в общак лагеря или верните еще один. Ну, блин, я не знаю, по времени не очень много у меня осталось. Но, в принципе, время есть. Можно по-быстренькому слинять. Или еще один должок выбить. Ру-рун, где у нас есть эти долги поблизости? Я думаю, я успею. Надо типа на работу одеваться в ночную смену. Времени у меня не очень много. Да, Влад, повыв. Да сколько стрим будешь вести? Еще минут 10-15 примерно так. Надо на работу начать собираться. Мне к 6. Ну посмотрим, завтра в 6, если что, вечера половаю еще. Завтра отцепной. Можно поиграть. Как раз там, я думаю, уже в скором времени скупщик откроется. Там надо миссию пройти, что-то про нефть связано. Да, больше всего по кущам не люблю скакать, потому что можно очень хорошенько треснуться. Как
какой-нибудь березу улететь. Нормально. Лучше это вообще не выдыхается почти. Я надолго хватает. На контрасте хорошо чувствуешь разницу, когда лошадь за 15 баксов и за косарь. Она и управляется чуть попроще. Не забывать надо ее наглаживать и все такое. Меня подставили, я ни в чем не виноват. Угу. Поймали преступника какого-то, мы не будем вмешиваться. Тоже лошадки дикие. Можно типа ловить. Притопим маленько. Смотрел тут недавно, ну, вчера или сегодня, приколы по РДР. Мужик в Сен-Дени нашел вампира. Поймал его, короче, привел к шерифу. Шериф никак особо не отреагировал. Короче, мужик его по этим, этого вампира, таскал его по четырем штатам. Потом в итоге выстрелил в башку и скормил его свиньям. Ну, такая вот судьба. Так, здрасте. Ты Чик? Мне сказали, что тут есть некий Чик Мэтьюс. Чик Мэтьюс? Тебе стоит поговорить вон с тем парнем. Я сам не местный, на заработки приехал. Каким парнем? А, вот с этим. Ты Чик Мэтьюс? Это не я, сэр, это вот тот желторотик. Догоняй. Сразу лосо на всякий случай. Где он? Я что-то из виду потерял. Ай-яй-яй. Так, ну лошадь почему-то у меня заряжена, так что норм. Я так и думал, что это тот самый, тот, кто мне нужен, чикмейкер. Опа, готов. Прям, походу, вырубился, да? Вяжу. Не знаю зачем. Слушайте, деньги у меня, но я их спрятал. Разрешите мне, я скажу, где они. Парень, ты сейчас не в той позиции, чтобы торговаться. А, разрешите, я все расскажу. Ладно, ладно, у меня есть карта в кармане. Карта? Ты хоть кто-нибудь из 20 идиотов может просто отдать мне деньги? Ну да, действительно. Возьмите карту. Тебе повезло, что я не забрал еще и твои зубы. Карта есть. Посмотреть документ. Посмотрите на карту, чтобы найти место, где спрятан долг. Читать. R. Ну да, допустим. На случай, если со мной что-то случится, мои пожитки хранятся здесь. Карта уже у вас, не бросайте меня так. А вот я вот возьму и брошу. Ладно, пусть живет. На самом деле я честный, обычный. Пошел ты в жопу.
Долго еще, кстати, скакать-то до туда? А, нет, слушай, тут недалеко. Мы ищем. Мы ищем какое-то дупло. Дерево. Возможно, пенек. Ой. Вон он. Что-то лошадь у меня из снежно-белой. Или с белоснежной. Стала какая-то херовата, грязная. Все? Долгчика Мэдисон. Отлично. Let's go, girl. Yeah, you're all right, girl. Ну все, можно как раз топать спокойненько в лагерь. И на этом сегодня, сегодня хорош. Медим только. Пункт назначения. Тут до лагеря, кстати, прилично еще пердолит. Вот так. Либо керсим с лагерем. Просто тут сохранится и завтра уже чисто выбить бабло. Тут 10 минут еще есть. Где-то так. Поедем себе. Стой, что это за домик такой? Ну, в каждый домик желательно, ну как бы не желательно, а прикольно заглянуть. Как вам? Это у нас. Я очень вовремя попал в этот дом, короче. Тут какие-то сектанты. И так далее. Это у нас пасхалка на НЛО. Если сюда приехать в полночь, тут прилетает летающая тарелка. Ее можно увидеть только отсюда, с этого ракурса. Но если выйти из дома, она сразу же исчезнет. Ее плохо видно. Сегодня я только смотрел про эту пасхалку. Эх, не видно. Вот так. Вон она. Краешку. Ну ладно. Не зря зашел. Полюбовались пасхалочкой. Причем в игре можно НЛО встретить только два раза. Это здесь и еще там над каким-то холмом надо стоять в определенный момент, когда она появится. Ясно, убрать. А, я думал, это... там какое-то привидение еще до кучи стоит. Это лошадь моя. Ну, я думал, будет прикольный, кстати, видно. Получше будет. Видно на ложку. Ну, ладно, хоть так. Тут, наверное... Нет, подожди, что-то есть еще. Ни хрена. Ну вот так и не улетает. Ровно в полночь она тут тусуется. Все. Ему, походу, надоело кружиться. Она слиняла. Письмо. Загадочная проповедь. Во второй час полумесяца осенний великий, осененный великой любовью благодати Спасителя нашего
Кукобавы. Путешественника во времени и галактиках, мы сбрасываем с себя человеческие оболочки, чтобы его корабль забрал наши души в царство обетованное, чтобы жить там в мире и могуществе до 2000 года, когда мы вернемся за новыми избранными и вновь произнесется молитва на вершине горы Шан. Возрадуемся в его любви. Это как раз про сектантов. Пасхалочка. Рокстары оставили нам такую забаву. Давай посмотрим, что есть в камине. Пузырек кто-то припрятал. Ну и все, в принципе, больше в этом доме делать нечего. Ладно, давай, сохраним, короче, все это дело. Не поеду я уже до этого Валентайна, точнее, до лагеря. Ну, в смысле, если там неподалеку еще один должок есть. Как-то так. Ладно, будем на этом стрим заканчивать. Спасибо, ребят, за просмотр. Отдельное спасибо за донаты. Спасибо за поддержку. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и пока.